а также главный архитектор города Уфа Ибрагим Фульдар Фанисович. Также у нас присутствуют эксперты приглашенные, от которых мы ждем самых страстных и колких комментариев по поводу нашей работы. Это Пузанов Александр Сергеевич, исполнительный директор Фонда Института экономики города и наш консультант по разделу «Жилищная политика». Антонов Александр Владимирович – это большой партнер нашего отдела по разделам стратегии. А также Прокофьев Владилен Юрьевич, директор направления городского хозяйства Фонда Института экономики города. И также очень важный член пленарного заседания, без участия которого стратегии невозможно будет реализация, это Хасанов Ильдар Финатович, заместитель главы городского округа город Уфа по вопросам экономического развития. И сейчас для вводное слово я бы хотела передать Нагорному Владимиру Александровичу для открытия нашего форума. Добрый день, уважаемые гости нашей республики, нашей столицы, добрый день, участники форума. От имени правительства Республики Башкортостан я вас приветствую на столь значимом мероприятии, как третий урбанистический форум «Урбан Байрам», который впервые был проведен по инициативе администрации города Уфы и при поддержке, конечно, правительства республики. Но основная задача этого мероприятия, чтобы преобразить наш город в лучшую сторону. Но значительный импульс этому движению придали те мероприятия международные, которые были проведены в этом году в городе Уфе, когда было принято решение в 2012 году о проведении, конечно же, и правительство республики, и в первую очередь администрация города Уфы приняла или разработала, стратегию не назвать, но план подготовки к этим мероприятиям, в которой, конечно, основное внимание было уделено вопросам градостроительства, благоустройства, транспортной инфраструктуры. Вот. За прошедшие 3 года мы можем смело сказать, что мы сделали значительный шаг вперед в этих направлениях. И это было отмечено всеми руководителями иностранных государств, которые приехали этим летом в город Уфу. То есть мы можем констатировать, что движение началось. Для того, чтобы движение продолжалось, должна быть стратегия развития, должны быть новые идеи. Ну, вероятно, и даже невероятно, а для этого и, собственно, созывается администрация города вот этот форум. Я желаю всем участникам мероприятия творческого взаимодействия, творческого сотрудничества, и чтобы результатами явились новые идеи, которые можно воплотить, прежде всего, конечно, в городе Уфе, в других городах республики, ну и для тех участников, кто приехал из других регионов, прежде всего, конечно, ознакомиться с нашим городом, в нынешнем его состоянии, ну и взять полезное то, что мы сделали для своих регионов. Спасибо. Ирик Шмахалевич, вам теперь вводное слово. Добрый день, уважаемые друзья. Я рад вас приветствовать на третьем форуме «Урбан Байрам». Предыдущие 2 форума, которые мы с вами провели, в жарких очень дискуссиях, в постановке определенных задач по развитию городских пространств, развитию города, в целом по стратегии 2030, показали, что без тесного взаимодействия, без мнения горожан, любой документ, это будет документ неполноценный, а более того, я могу ответственно вам сказать, как и предыдущие градостроительные документы, которые мы разрабатывали в городе Уфа за последние 50 лет, мы практически не учитывали никогда мнение простых людей. Сегодня вы, когда зашли на этот форум, обратили внимание на очень креативную, я считаю, экспозицию, которая выставлена по районам. И там, может быть, не совсем приятные вещи написаны, особенно для глаз чиновников. Но, тем не менее, это все то, что говорил народ про свой микрорайон, про свой административный район. И, конечно, мы должны отталкиваться от того, что думают горожане о нашем городе, в каком городе они хотят жить. А мы, как специалисты, как профессионалы, должны просто помочь реализовать все эти вещи. Учитывая, что это уже 3-й форум, и практически мы уже подошли вплотную к завершению этой стратегии, разработки стратегии, и каждое слово, которое будет сказано на этом форуме, оно действительно уже на вес золота,
Я воспользуюсь специальными своими, так сказать, подготовленным материалом, так что все, что сейчас я озвучу, это уже будет все, так сказать, на очень серьезном профессиональном уровне, разработанное, подготовленное большой командой, молодой командой, я хотел бы сказать. И отрадно, что в работе, которую мы с вами сейчас проводим, активное участие принимают не только наши специалисты, но и любезно согласились приехать к нам, поработать не только на форуме, но и в целом в течение года работали специалисты школы Сколково, высшей школы экономики, КБ «Стрелка» и так далее, и так далее. То есть ведущие институты Российской Федерации, которые занимаются вопросами градостроительства, экономики города, развития промышленных территорий и так далее, и так далее. Администрация городского города Уфа занимается разработкой стратегии середины 2014 года. Изначально закладывались следующие принципы разработки документа. Эта стратегия разрабатывается местными силами при ведущей роли администрации города Уфы. Второе – это вовлечение бизнеса и горожан. Третье – поиск реальных механизмов трансформации города и стоящих за ними агентов развития. Четвертое – учет не только социально-экономических, но и пространственных факторов развития. Ответ на вопрос, как будут трансформироваться территории города. Далее. Привлечение внешних экспертов для проработки стратегии. Для координации работы по стратегии был создан отдел стратегического планирования МУПОВБ города Уфы. Отдел курирует аналитический этап работы, а также организовывает большое количество мероприятий и встреч по вопросам развития города. Почему мы это сделали? У нас есть просто определенный опыт, когда мы проводили молодежный чемпионат мира, всемирные зимние игры, подготовку саммитов ШОС и БРИКС, мы делали так называемые проектные офисы. То есть специально выделялась группа специалистов, которая работала день и ночь только над этим, над этой темой. За счет этого удалось добиться, так сказать, очень неплохих результатов. Вы знаете, те мероприятия, которые прошли, то, что выше сказал Владимир Александрович, они показали, что вот такой подход, поход формирования проектных офисов или там стратегических каких-то команд, он позволяет более профессионально, так сказать, и качественно готовить им документы. 19-20 октября сотрудники отдела посетили 14-й общероссийский форум стратегии планирования в регионах и городах России в Санкт-Петербурге, где смогли оценить, насколько то, что мы делаем в Уфе, соотносится с опытом других городов. На наш взгляд, мы совершили несколько методологических открытий в процессе разработки стратегии, которые помогут нам при дальнейшем работе. Вот здесь я прошу очень внимательно послушать. Мы здесь действительно претендуем на определенные ноу-хау в Российской Федерации. Первое. Необходимо разрабатывать все-таки два стратегических документа. Стратегия города – это концептуальный общественный договор власти, бизнеса и горожан. И непосредственно стратегия городской администрации с конкретными ресурсами и механизмами реализации, направленной на повышение эффективности жизнеобеспечения, повышение адресности и уточнение социальных обязательств, осознанное управление муниципальными финансами, развитие институтов, программы работы с инвесторами, правила застройки, выбор проектов развития и поиск ресурсов для них, повышение эффективности управления. Именно для стратегии городской администрации нужно прорабатывать механизм реализации по принципам ФЗ-172. Это федеральный закон от 28 июня 2014 года о стратегическом планировании Российской Федерации. Скорректировать ее на основе целевых показателей муниципальных программ. В случае с нашей стратегией города, которая является скорее видением будущего, концептуальным договором стейкхолдеров, было бы неправильно разрабатывать жесткие механизмы реализации, скорее она будет реализовываться через отдельные совместные проекты. Вы все прекрасно помните, значит, кому не 20, не 30 лет, что прежний подход формировался на основе пятилетних планов, генеральных планов, но тогда было четко, мы четко понимали, что какое предприятие будет работать через 10, через 20, через 30 лет. Мы сейчас работаем вне плановой экономики, поэтому мы должны работать более гибко. При разработке стратегии мы изначально уделяли большое внимание вопросам развития пространств. В настоящее время мы анализируем возможность преобразования промышленных зон развития сбалансированных районов. Третье. Эксперты форума стратегов подтвердили, в стратегии необходимо закладывать целевые ориентиры развития пространств. Город думает о пространстве для экономики, пространстве для человека. Мы вообще понимаем, что развитие города Уфы, оно просто немыслимо вне развития в целом региона, Республики Башкортостан. И замечательных результатов, что западные градостроители
практики, что восточные градостроительные практики, я имею в виду Южную Корею, Японию, Китай, достигает тогда, когда складываются усилия региона и столичного города. Тогда добиваются конкретных, быстрых, качественных результатов. Как только этого взаимодействия нету, значит, результаты не те, на которые рассчитывали разработчики стратегии. Поэтому, уважаемые коллеги, к нашему, так сказать, счастью и удовольствию, глава республики поддерживает нас в рамках вот, разработки всего стратегического нашего генерального плана и стратегии нашей. Более того, значит, когда мы с вами уже утвердим стратегию, будет рассмотрено в том числе и рассмотрение финансовой поддержки реализации этой стратегии со стороны Республики Башкортостан, правительства. И мы надеемся, что вот совместными усилиями в ближайшие 15 лет, а мы расписываем все до 30-го года стратегические наши планы, город Уфа еще удивит не только наших гостей, но самое главное – жителей города Уфы. И мы, наконец-то, будем жить в комфортном, безопасном, дружелюбном, красивом городе. Всем участникам дискуссии, работы этого форума успехов, удачи. И я надеюсь, что вы здесь не только что-то услышите, но и завяжете какие-то контакты, человеческие контакты, контакты между специалистами. И мы приглашаем всех заинтересованных уфимцев, вне зависимости от вашего уровня образования, социального статуса, приходите на эту площадку, высказывайте свои мнения, вносите предложения в стратегию развития города. Спасибо. Ну и далее, собственно говоря, я хотелось бы приступить к презентации концепции стратегии. Сейчас будет презентована краткая версия этой презентации. После пленарной сессии пройдет 8 параллельных круглых столов по наиболее острым и ключевым для развития Уфы вопросам. Мы будем рады увидеть вас всех там. Там будет работать обратная связь. Вы можете оставлять вопросы, которые вас наиболее заинтриговали. Если они не были обсуждены на форуме, мы обязательно дадим ответы позже. Ну и сейчас спасибо большое за вводную, Юрий Кашмухаметович. Хотелось бы немножко побольше деталей добавить о том, как же мы ведем работу над стратегией. И так, сюда. Сейчас на федеральном уровне созданы все предпосылки для того, чтобы разрабатывать стратегии развития городов. Уже на федеральном уровне пришло это понимание того, что разрабатывать отдельно отраслевые стратегии, разрабатывать отдельно генеральные планы – это неэффективно, и необходим комплексный подход к развитию территорий, не только городов, но и агломераций, регионов, макрорегионов. И вот в преддверии этого закона мы уже начали, как бы город Уфа, он начал работу даже до появления этого закона. За это время мы изучили огромное количество стратегий, более 120 документов. И хотелось бы сказать, что наш основной вывод в следующем, что большинство стратегий, они одинаковые, и ты читаешь иногда и даже путаешь, про какой город или про какой регион идет речь. Чаще всего это огромные документы, это кипы бумаг по 400, по 1000 страниц, которые очень сложно переварить и понять, в чем же их основная суть. Практически у всех стратегии совпадают цели, все хотят одного и того же. Более того, большинство городов, они хотят развивать все, то есть все, чтобы в городе было все. Понятно, что нужно развивать многие сферы жизни, но нельзя сказать, что можно развивать все и везде. Нужно расставлять приоритеты и, самое главное, делать акценты. То, чего мы делать не будем. И следующий вызов, который нас очень настораживает, в том, что в стратегиях нет конкретики. Какое же конкретное будущее для каждого конкретного жителя, каждого конкретного города мы получим в итоге? Ну, как вывод можно сказать, что стратегии делались, делаются и будут делаться, только нас настораживает тот факт, что, скорее всего, они не будут работать. И тогда мы выделили свои характеристики, которыми мы будем довольны, которым должна соответствовать наша стратегия. Первое, то, что стратегия заложит то, что будет разделять большинство жителей города, большинство заинтересованных сторон, бизнес, власть. Что мы будем обсуждать открыто стратегию. И этому мы посвящаем огромную работу. Летом была проведена народная стратегия. За лето мы провели около 18 дней соседа в районах города, чтобы прям изнутри понять проблемы, сложности, какие возникают, и возможности, самое главное, которые есть у города. Стратегия должна быть построена на общих ценностях. Это очень важно.
исходя из ценностей, будут уже формироваться принципы развития города. Очень важно, чтобы все заинтересованные стороны разделяли эти принципы и обязались их соблюдать. Конечно же, стратегия должна выходить на конкретные механизмы и инструменты реализации. И также мы пришли к тому, что как мы будем разрабатывать стратегию, создали свои собственные правила разработки стратегии, которые широко не раз обсуждались. Ну, во-первых, мы решили отказаться от навязывания ложных модных целей, как то создание инокластеров, полисов, технополисов и прочих модных сейчас вещей, просто ради того, чтобы звучать модно, как-то и актуально в времени. Второе, мы решили, что мы не будем плодить фантомных проблем, и сейчас много обсуждаются вопросы, например, безопасности города или так далее. Мы поняли, что нужно разделять все-таки ответственность муниципалитета, администрации от других каких-то обязанностей более высокого уровня. Мы решили, что в стратегии мы не будем стремиться занять призовые места только ради того, чтобы их занять. Нужно создавать такой город, который уже сам призовые места придут сами собой, когда мы создадим комфортную и качественную среду. И важный тоже принцип – не выбирать единственных верных решений, не ставить ультиматумов, а всегда быть как-то гибкими, чтобы в изменяющихся условиях была возможность для маневра и для выхода из ситуации. И что еще очень важно, это чаще смотреть по сторонам. Что тоже присуще всем стратегиям, это конкуренция друг с другом, конкуренция с городами-соседями. Понятно, что в современном мире города конкурируют и за ресурсы, и за человеческие ресурсы. Но все-таки смотреть по сторонам и думать о том, как мы можем сотрудничать, взаимодействовать так, чтобы в итоге получалось выиграл-выиграл. Хорошо всем. И наша стратегия мы назвали «Стратегия движения». Та концепция, которая будет сегодня представлена, это вот первые наработки, и мы надеемся, что она будет в дальнейшем развиваться и трансформироваться. И здесь мы тоже выделяем три ключевых аспекта. Для нас формирование принципов, ценностей и правила в процессе разработки стратегии гораздо важнее, чем очень важное звено. Потому что если мы договоримся о ценностях развития города, мы будем вместе понимать, зачем мы все это делаем. Куда? Это скорее вектор движения, а не конкретная точка в будущем. Нас очень настораживают конкретные цифры, точки, когда говорят, что вот будет столько-то точно доход, будет столько-то точно население, что, скорее всего, мы должны задавать вектор будущего развития, а не устанавливать четкие параметры. И далее ответ на вопрос, как мы этого достигнем, гораздо важнее для нас, чем сколько и когда конкретно. И, как уже было сказано, мы поняли, что наш подход не совсем вписывается в стандартные методы разработки стратегических документов, что нам потребуется разработка двухуровневой стратегии. Это стратегия города, стратегия общественного согласия, об общих ценностях и целях, и стратегия администрации городского округа, которая уже будет реально прорабатывать механизмы в виде муниципальных программ, реальные механизмы реализации, реальная ответственность администрации города за то, что входит в рамки ее полномочий по реализации стратегии. Ну вот, как был уже упомянутый, есть стандартный подход традиционный к разработке стратегических документов. Он чаще всего линейный. Объявляется конкурс, выбирается единый исполнитель на разработку этого проекта. И потом происходит разработка и утверждение документа. Мы поняли, что эта схема для города Уфы не совсем приемлема и решили вот такой инновационный подход применить, что сначала нам нужно понять, зачем городу стратегия, в ходе длительных, бесконечных обсуждений, которые в конечном счете приведут к трансформации городского сообщества, прийти к нахождению и внедрению реальных механизмов изменений города. И нужно сказать, что на протяженности всего этого периода необходимо огромное-огромное количество обсуждений, дискуссий, споров, но только так можно достичь единого понимания. Ну, как так же было упомянуто уже, мы приглашаем экспертов на какие-то более узкие вопросы, в которых сложно разобраться самостоятельно, работаем с большим пулом экспертов. Сейчас я хотел бы передать слово моей коллеге, представить Марии Викторовой. Это старший специалист отдела стратегического планирования, для того, чтобы она представила направление развития стратегии. Добрый день.
Я представлю вам краткое содержание концепции стратегии города. Как Ольга сказала, есть стратегия города, это общественный договор, который мы сегодня с вами на форуме должны обсуждать, по поводу позиции которого документа мы должны спорить и в конечном итоге найти какое-то общее мнение, прийти к одному единому пониманию. Маша, налево. Стратегия города основана на ценностях. Для того, чтобы выработать эти ценности, мы провели большое количество глубинных интервью. Мы поняли, что в одиночку мы не можем ответить на вопрос, какой должна стать Уфа через 15 лет, потому что это вопрос очень ответственный, очень сложный, и мнение одного человека, группы людей, оно не может быть приоритетным. Мы должны выслушать каждого, поговорить с экспертами, с специалистами в каких-то узких вопросах, поговорить с властью, с бизнесом, с горожанами и понять, что же нужно заложить в основу стратегии города, какие ценности. У нас получилось 9 ценностей ключевых, они разбиваются на 3 группы. Это ценности человеческих отношений, ценности человеческой деятельности и ценности среды, в которой мы живем. Вот самое в верхнем углу ценность развития, ценности разнообразия и расширения выбора. На наш взгляд, это самая ключевая ценность города, потому что город – это выбор. И город интересен тогда, когда каждый человек может найти в нем что-то свое, может найти место, в котором ему интересно жить, может найти интересную работу, может найти друзей, коллег, партнеров, может найти интересное мероприятие. И чем больше разных, уникальных, непохожих друг на друга процессов происходит в городе, тем город интересней. И множество разнообразных людей из других городов приедут в этот город и найдут свое место в нем. Поэтому разнообразие и расширение выбора – это наша ключевая ценность. Также важная ценность – это доверие, потому что опыт вообще развития систем сложных, а город – это сложная система, показывает, что пока нет какого-то критического роста уровня доверия в обществе, то и прорыва не осуществится. В основе всех экономических чуд, которые знает история, всегда лежало резкое поднятие уровня доверия. И вот на эту ценность мы должны работать. Следующая ценность – это гуманность и справедливость. Ценности вы их все видите на слайдах, а также на стенде стратегии мы подробно их разъясняем. Какие принципы необходимо соблюдать, чтобы в будущем нашего города эти ценности воплотились. Далее, стратегия города состоит из 3 ключевых блоков. Это экономическое развитие, развитие человеческого потенциала и пространство и городская среда. Конечно, все они взаимосвязаны. Взаимосвязаны следующим образом, что если агенты экономического развития, они занимаются экономической деятельностью, люди самореализуются, живут, то город, он думает о пространстве. Город – это большая территория, и мы думаем о том, а в какой среде все это происходит. И, по сути, это наша ключевая задача. Именно поэтому в стратегии Уфы пространственный аспект, он очень важен, и мы его детально прорабатывали. Мы провели сравнительный анализ уровня развития всех 3 сфер и поняли, что экономика и социальная сфера, они вообще очень быстро развились после распада Советского Союза, произошло много изменений, и в принципе сейчас положение Уфы в этих сферах, оно нормальное. У нас устойчивая, у нас хорошая экономика, у нас высокие показатели. Уфа – это один из лидеров развития в России. Конечно, в долгосрочной перспективе мы не уверены, что ситуация будет такая же, что ничего не случится. Но сегодня все хорошо. С людьми тоже все хорошо. Их много, они образованные, они молодые, они приезжают в наш город. Но когда мы посмотрели на пространство, мы поняли, что здесь хуже, потому что пространство не гибкое. И у нас пространство предыдущей эпохи, оно не успело трансформироваться, оно существовало по другим законам, более того, после распада СССР долгое время наш город жил в советской идеологии и воплощались принципы советского градостроительства, которые в современных условиях не до конца работают. И вообще пространство – это слабое звено, поэтому мы занимались пространством. Но начну с экономики. Основные положения концепции стратегии города в части экономического развития. Когда мы думаем об экономике, мы ее делим на 2 части. Первая часть – это большая экономика. Это то, что обеспечивает конкурентоспособность города
в регионе, в стране. Это основа экономического благополучия бюджетов всех уровней, всех людей, которые живут в нашем городе. Большая экономика, большие предприятия, которые экспортируют, конкурируют за различные рынки. А также мы выделяем локальную экономику. Это экономика, которая производит товары и услуги для конечного потребителя. И, по сути, и производители, и потребители, они находятся внутри города, взаимодействуют, обмениваются, развиваются. Вот такая у нас методологическая рамка. Мы смотрим два вида экономики. Начнем с большой экономики. Мы считаем, что приоритет в определении политики большой экономики находится у Республики Башкортостан. Почему? Потому что на самом деле большая экономика тесно связана с вопросами межрегиональной конкуренции. Она связана с вопросами конкуренции между городами внутри региона. И вот регулировать эти отношения можно только на уровне республики. Необходимо понимать, на каких рынках мы работаем в большой экономике, за какие рынки мы можем конкурировать, на каких рынках мы можем повышать свою долю и как необходимо объединиться государственным и частным ресурсом ради того, чтобы вот совершить рывок на этом рынке. Или какой новый рынок необходимо развивать. Все это необходимо изучать на уровне региона, на уровне макросистемы. Но, тем не менее, в развитии большой экономики ответственность города также есть. Но она опять связана с пространством, в которой эта экономика существует. В Уфе это промзоны. И нам необходимо сделать так, чтобы, во-первых, у нас была четкая информация о землепользовании в промзонах, чтобы каждый, тот, кто имеет инвестиционное намерение, он мог легко получить информацию, мог быстро что-то начать делать, мог быстро начать развиваться. Кроме того, очень важный аспект – это качественное планирование развития этих территорий. Как преобразовать Лихачевскую промзону? Как объединить субъектов, которые там находятся, ради цели развития этой территории? Потому что каждый в одиночку не может ничего сделать. А если эти субъекты объединятся, если им поможет город, если им поможет регион, то тогда развитие осуществится. Немножечко о межрегиональной интеграции. Положение Республики Башкортостан очень интересное. Мы находимся между Татарстаном и Свердловской областью, а это два самых главных полюса роста в России, которые сейчас начинают конкурировать на международном уровне, вернее, хотят конкурировать на международном уровне, разрабатывают стратегии развития. Но для того, чтобы конкурировать на этом уровне, нужно иметь очень большой рынок. То есть, по сути, численности населения отдельного региона недостаточно для того, чтобы конкурировать с Лондоном, с Нью-Йорком. Необходимо показывать макрорегион. И в этом плане мы спрашиваем, а вот как быть нам, как быть Уфе, городу-миллионнику, который находится в окружении других городов? Гнаться ли нам за лидерством, гнаться ли нам за лидерством в какой-то сфере, или все-таки нам действовать хитрее, взаимодействовать с соседними регионами, интегрировать свою политику экономическую с их политикой и искать совместные точки, по сути, использовать уже тот драйв, который есть у них, для того, чтобы развивать свое. И мне кажется, что в долгосрочной перспективе это самая выгодная стратегия. Но для того, чтобы ее осуществить, нам нужно тесное взаимодействие с Республикой Башкортостан, потому что только на уровне региона можно начать диалог с другими регионами. Конечно же, в основе большой экономики лежат транспортные связи. И развитие связей именно с окружающими нас крупными городами – это ключевая задача для Уфы и ключевая задача для региона. У нас на сегодняшний день, вот вы видите на карте, есть хорошие связи, а есть связи, которые не развиты. И нам необходимо их развивать. Там минимум, чтобы были комфортабельные автобусы, но максимум – это региональная авиация, это железнодорожные ветки. И опять-таки, город в одиночку этот вопрос не может решить. И даже, наверное, один город, один регион не может, только несколько регионов, они могут вот лоббировать такое и продвигать на российском уровне. Потому что если все эти города объединятся, у нас получится инфраструктурно, у нас получится очень мощный макрорегион. Но теперь вернемся к нашей локальной экономике, которая намного ближе к нам, которая ощущается нами. Тут мы ее делим на две части. Первая часть – это экономика самообеспечения. То, что на самом деле у нас, ну вот первый пример, у нас сельскохозяйственный регион, и Уфа – это огромный рынок. И нам необходимо бороться за то, чтобы чтобы Башкортостан обеспечивал сам себя, обеспечивал Уфу. Например, у нас есть идея стратегического проекта о создании пояса предприятий сельхозпереработки вокруг Уфы. И тогда бы
то, что вырастили, привозилось бы, перерабатывалось, мы могли бы объединяться и улучшать качество того, что происходит, сертифицировать и дальше выходить уже с уровня внутренней экономики на более большие рынки. Это очень важно. Также, конечно, важно производство не только сельскохозяйственной продукции, но и других товаров потребительских, которые мы можем тут производить. Но для этого нужна логистика. Причем логистика внутренняя. И вот на карте вы видите, мы нарисовали зоны, которые могли бы стать потенциалом для развития таких центров, ну, назовем их вот между городом и прилегающими территориями. То есть это многофункциональные центры. Там могла быть и логистика, там могли бы быть какие-то пересадочные пункты для людей, которые едут в город, и потом они там могли бы там туда приезжать, а не приезжать в город. Это имеет большой потенциал, на наш взгляд. Это вот такой уровень Уфа и пригородные территории. Теперь следующий. Локальная экономика, экономика локальных центров. Если мы создадим высокое качество среды, если мы создадим пространство для производства, для чистого, для взаимодействия людей, для общения, для оказания социальных услуг внутри локальных центров, то тогда мы сможем, как каждый район станет таким маленьким городом, внутри центра которого будет кипеть жизнь. На наш взгляд, развитие вот этих центров целенаправленно, оно имеет большой потенциал, потому что оно устранит диспропорции на уровне всего города. И на самом деле мы не знаем, что получится из этих локальных центров, но если мы вот попробуем сконцентрировать всех в этом месте, то явно взаимодействие людей даст какой-то эффект. Если мы сконцентрируем разные виды деятельности. И развитием локальных центров нужно заниматься ради развития вот этой внутренней локальной экономики. Теперь переходим ко второй сфере – развитие человеческого потенциала. Здесь у нас, как мы сказали, тоже все довольно-таки неплохо, но есть одна проблема. Люди хотят уехать из Уфы. Мы проводили социологические опросы, и опросы это подтвердили. Около 30% считают, что следующему поколению будет лучше, если они будут жить в другом городе. Почему люди так думают? Ведь вроде все происходит, там есть планирование развития, есть традиционный подход, когда мы ориентируемся на количественные показатели, стремимся улучшать обеспеченность детскими садами, развивать культурные мероприятия, чтобы больше уфимцев занималось спортом. Пытаемся увеличить эти количественные показатели, но вот что-то не происходит. Людям все равно хочется уехать из Уфы, причем самым лучшим людям. И тогда мы поняли, что стратегический подход может быть несколько другим. Вернее, он может быть не другим, он дополнительный. У нас есть традиционный подход, но нам нужно действовать в социальной сфере инновационно. Потому что развитие человеческого потенциала, главная задача – это преломить существующие тенденции и задать новые тенденции. Например, чтобы люди вели здоровый образ жизни, чтобы в городе было огромное количество разнообразных событий, чтобы в городе был драйв, интересная жизнь, чтобы у нас люди начали думать как предприниматели. И если традиционный подход простой, у нас есть финансовые ресурсы, и мы выполняем эту работу, там администрация может это делать, то вот этот вот второй подход, он сложнее, потому что требует взаимодействия разных групп бизнеса, власти, общества, городских сообществ. И взаимодействие это сложно, нужно искать нестандартные подходы, но нужно пробовать, это самое главное. Нужно двигаться, нужно пытаться менять подход, тогда мы будем в лидерах. Если мы будем действовать традиционно исключительно, пытаться увеличивать количественные показатели, то у нас риск больше. В этой сфере мы выделили ключевые проекты. Это Уфа. Город здоровья, потому что у нас этому вопросу будет посвящен отдельный круглый стол. Я сейчас не буду подробно останавливаться. Это ключевая проблема развить здоровый образ, ключевая задача развить здоровый образ жизни. Это будет как раз в первом раунде круглых столов. Также социальные инновации, развитие социального предпринимательства. В этом может заключаться большой потенциал для Уфы, и социальное предпринимательство может стать драйвером развития. Об этом тоже будет круглый стол сегодня. И очень важно третий аспект – это вовлечение людей в управление городом. Потому что если мы не будем это делать, люди не будут привязаны к территории нашего города и будут уезжать. А если мы попробуем их вовлечь, мы на самом деле решим больше проблем, чем если бы мы пытались решать эти проблемы своими руками. Об этом будет подробно в третий день форума. Теперь к пространственному развитию.
Стратегия пространственного развития – это выбор того, что мы не будем делать. То есть тут нужно сказать не что мы будем делать, а вот что мы делать не будем. Потому что если мы установим ограничения, это приведет к тому, что у нас повысится интенсивность и капитализация пространства повысится. И это очень важно – установить ограничения, задать принципы и стараться их не нарушать. Уфа имеет предпосылки к тому, чтобы стать городом уникальных районов, не похожих друг на друга. У нас действительно большая особенность пространственного развития, то, что есть вот эти районы: Черниковка, Сипайлово, Дема, Зеленая роща, Затон, которые и Норс, которые формировались в разное время, некоторые из которых даже были отдельными городами. И сегодня целая экспозиция посвящена этим районам. Каждый район – это целый мир. И наши исследования показали, что у нас есть большие диспропорции пространственного развития, некое смещение в центр. И если мы вот в перспективе следующих 15 лет будем пытаться развивать каждый район, будем пытаться вот развивать этот локальный центр, вовлекать в это людей, то тут мы можем совершить прорыв в пространственном развитии. Вот этот слайд, он иллюстрирует концепцию города как уникальных районов. Мы просим вас подробно ознакомиться с теми районами, которые уже на сегодняшний день проработаны, а последующая работа будет вестись по другим районам. И ключевые принципы пространственного развития, кроме того, что нам необходимо развивать самодостаточные районы, это взаимодействие с прилегающими территориями, гармоничное развитие, это удобство транспортных перемещений, мобильность и, конечно же, сохранение природного каркаса. Потому что, когда спрашиваешь у людей, что хорошего в Уфе, люди всегда говорят: природа, то, что лес вокруг нас. И вот это надо сохранить. Это очень важно, и все должны объединиться ради этого. Мы смоделировали изменения численности населения по районам города на перспективу до 2030 года. И у нас получается, что сильно прибавится численность жителей в центре. Этот вопрос мы будем подробно обсуждать на круглом столе по пространственному развитию, который будет во втором раунде сегодня. Кому интересно, приходите, мы там все подробно расскажем. Мобильность. Здесь у нас два приоритета. Первый приоритет – то, что мы должны достроить улично-дорожную сеть внутри Уфимского полуострова. Внутри, не мосты, а проспект Салавата Юлаева. Почему? Потому что это будет играть на развитие экономики города. А когда мы строим мосты, мы поддерживаем дачников, мы поддерживаем тех, кто... Мы поддерживаем маятниковые перемещения. Самое главное – нам интенсифицировать то, что находится внутри Уфимского полуострова. Ну и второй важный приоритет – это развитие современной системы общественного транспорта. Эти вопросы ключевые для Уфы, и мы на Urban Bayram посвятили им второй день. У нас приедет завтра большой пул экспертов, и мы будем обсуждать транспорт. Поэтому приходите, там будут сессии, потом будут закрытые сессии, где мы будем дорабатывать то, что мы сегодня делаем. Этим вопросом нужно заниматься, он ключевой. Но сейчас возвращаюсь к концепции двух стратегий. Мы проговорили про стратегию города, и теперь кратко остановимся на стратегии городской администрации. Еще хочу добавить, что стратегия города – это наше предложение, это не конкретные решения, это посыл к вам. Давайте обсуждать, давайте думать, какой город мы хотим создать, давайте спорить. У нас будет... Коробочка сейчас появится около сцены. И, пожалуйста, ваши комментарии, ваши вопросы пишите, оставляйте записку. И в конце этой пленарной сессии мы ответим на три самых интересных вопроса, но потом, впоследствии, мы ответим на все вопросы, которые вы присылаете. И скоро на нашем сайте urbanbayram.ru, где вы все регистрировались, также появится форма обратной связи, и там можно будет оставить вашу обратную связь по тому, что вы сегодня услышали. Для нас это очень важно. Пожалуйста, пишите. Вот сейчас коробочка появится. Но сейчас скажем немножко про стратегию администрации, потому что стратегия администрации – это более формальная вещь. Это то, что по федеральному закону. Из чего же она состоит? 6 разделов. 3 раздела посвящены содержанию города, 2 раздела направлены на развитие. Причем такие разделы, наверное, есть только у крупных городов, таких как Уфа. И 6 раздел – это управление, которое все связывает. Самое первое, что мы выводим, это финансы и имущество. То, что город должен понимать свою экономику, он должен быть финансово устойчивым, это основа его независимости. Это очень важно, этим нужно заниматься прям отдельно. Второй раздел – это жизнеобеспечение, то есть содержание города, ЖКХ, благоустройство. Для города это больная тема, и нам необходимо этим заниматься.
К сожалению, у меня исчезло. У вас осталось? Жизнеобеспечение. Городу необходимо этим заниматься, очень большая доля бюджета на это тратится, эти средства нужно расходовать эффективно, но сохранять качество и стремиться к росту качества оказываемых услуг. Следующий раздел – это социальные обязательства. Социальные обязательства – больной вопрос, он в отличие от жизнеобеспечения, которое почти полностью от города зависит, он, конечно, город, регион, федеральная власть, но тем не менее острый вопрос, потому что связан с людьми. И мы сейчас выявили, и сегодня на круглых столах будем говорить, что у нас есть в будущем риски, что там социальные какие-то обязательства могут не выполняться. И уже не прям завтра, а вот через некоторое время. И мы сегодня должны заниматься этим вопросом, должны это понимать и совместно внутри администрации, разные управления, выстраивать стратегию, как отвечать на эти риски, как их минимизировать. Следующий раздел – это институты. Мы выделили 4 ключевых института, на которых городу нужно сконцентрироваться, их проработать в ближайшее время, потому что это создаст ту основу для взаимодействия всех сторон. Во-первых, программа работы с инвестором, прям отдельная программа. Это правила землепользования и застройки, которые должны быть рабочими, которые должны всеми приниматься. Это открытые данные о том, что происходит в городе, как работает город. И, конечно, территориальное общественное самоуправление. Это наш шанс. Если мы разовьем этот институт, мы получим интересный город. Проекты развития. Также это обсуждается. Это то, что связывает, по сути, стратегию города и стратегию администрации. То есть во многом стратегии города определяется состав этих проектов развития. И это тоже сегодня мы будем обсуждать. Ну и управление. Тут у нас есть интересная идея о реформе административных районов, потому что нам не нравится, что есть прекрасная Черниковка, есть Дема, есть Сипайлово, а административные районы какой-то другой формы и... как целое территориальное образование, это не воспринимается. Тут что-то нужно делать, нужно придумывать. Спасибо за внимание. Еще раз повторяю, мы ждем ваших комментариев. Сейчас мы ставим коробочку. Пожалуйста, пишите, передавайте так по рядам и складывайте ваши вопросы. Мы ответим на 3 самых интересных. Спасибо большое, Мария. Чтобы подытожить столь большой пласт информации наработан, я бы хотела слово передать Александру Антонову. Спасибо. Уважаемые друзья, я хотел бы все, собственно, ну вот что-то было сказано, я, чтобы не повторяться, хотел бы сначала обратить внимание на тот коллектив, который перед вами выступает, на тот коллектив, который работает, и на тот коллектив, который все это делал. Это очень молодые люди. Вы понимаете, что эти люди делают свою стратегию. Да? Вот здесь я хотел бы обратиться и к горожанам, и к специалистам. В этой стратегии то, что было представлено, это только верхняя рамка, да, это только пока даже не верхняя часть айсберга, а айсберг с одной стороны. Сегодня надводную часть айсберга можно будет посмотреть, если поучаствовать во всех круглых столах. Там будут отдельные части разобраны подробнее. Я еще раз хотел бы попросить и специалистов, и неспециалистов принять участие в какой-то конструктивной критике, потому что действительно довольно много стратегий было изучено, и российских, и нероссийских, и нельзя говорить, что все российские стратегии такие по бумаге, нет, в России действительно есть некоторое количество положительного опыта, стратегий, которые действительно разрабатывались самостоятельно, и вот этот вот курс на самостоятельную разработку и на создание в Уфе штаба разработки стратегии был принят с самого начала. И, собственно говоря, именно те стратегии, которые разрабатывались самостоятельно, они и работают реально. Есть в России примеры очень хорошие участия населения в разработке стратегии, участия специалистов, вот такого объединения местных и приезжих специалистов. Есть неплохие примеры, как ни странно, объединение административных департаментов при разработке стратегии, что
очень сложно на самом деле, потому что администрации у нас обычно построены по иерархическому принципу, и специалисты разных департаментов редко встречаются друг с другом и часто говорят на разных языках. Вот это пространственное, может быть, такая пространственный уклон стратегии, он, наверное, пришел во многом из изучения стратегий зарубежных городов, где значение пространственного аспекта очень значительно. Ну, практически 90% вопросов городского развития, городского управления, они имеют пространственную привязку. И пространство – это именно та сфера, на которую город действительно может влиять. И вот это еще одна, ну, как это называется, новелла. Я бы не говорил, что это две стратегии. Это одна стратегия в двух ипостасях. Только мы, поскольку изначально собирались сделать работающую стратегию, мы постарались очень четко разделить сферы ответственности городской администрации, то есть ту часть, за которую администрация может принять на себя обязательства, и ту часть стратегии, которая как бы, ну, носит скорее декларативный характер, и реализация общественного договора зависит не только от администрации города, она зависит и от сотрудничества с взаимодействием с республикой, и от значительного числа федеральных структур, но в частности, все мы хотим развивать новое образование, высшее образование, но высшее образование – это не сфера влияния администрации. Точно так же сегодня здравоохранение, мы хотим заниматься здоровым городом, но здравоохранение – это сегодня не сфера влияния администрации. Точно так же скоростной железнодорожный транспорт – это не сфера влияния администрации, хотя, конечно, Уфе нужно развитие городской электрички. Вот еще раз хотел бы попросить специалистов покритиковать эти подходы, но покритиковать конструктивно, дать какие-то предложения. Ну и если вы согласны, то поучаствовать в наполнении вот этих вот как бы составных частей, которые вам были в общем сейчас представлены, ну и во все поучаствовать в круглых столах по возможности и не забывать вот об этой коробочке, потому что обычно все хотят задать вопросы. Задавайте вопросы, не стесняйтесь, только вот в письменном виде по возможности. Спасибо. Спасибо. Ну, какие-то комментарии, Ильич Мухаммедович, к вам прежде всего обращаюсь. Комментарии, конечно, есть. Вот перед вами Ольга и Мария выступали, я хотел бы тоже их прорекламировать. Но оба этих специалиста получили блестящее образование, в том числе и за рубежом. Поэтому вы должны правильно понимать, почему руководством города было принято достаточно рискованное, с одной точки зрения, решение. Но оно носило кардинальный характер и во многом системный. Задача была поставлена перед курирующим первым заместителем Александром Анатольевичем и, так сказать, его структурами, которые он курирует, создать молодую, перспективную, работающую команду, которая будет работать на стратегию развития города. И изначально, сразу, значит, была поставлена задача не разрабатывать ни в коем случае узковедомственный градостроительный документ. Нам он нужен не в первую очередь, нам важно понимание, как город будет развиваться в целом, как мы будем взаимодействовать с гражданским обществом, какие настроения у наших жителей. И вот серьезные научные исследования, социологические исследования, которые проводились в течение последних полутора лет, они выявили очень интересную картину в нашем городе. Здесь приводилось несколько цифр о том, что мы самый молодой город, но мы одновременно и по товарообороту город третий в России. Мы один из лидеров по средней заработной плате и опережаем ближайших конкурентов, кроме Екатеринбурга, по средней заработной плате. То есть у нас достаточно зажиточное население, если брать на общероссийском уровне. У нас очень высокий уровень поступления наших выпускников в ведущие вузы страны, очень высокий.
И вы знаете, у нас исторически сложилось так, что вот этот котел под названием Уфа, в котором варятся многие идеи, национальности, общества, он был сформирован во время Великой Отечественной войны, когда 150 тысяч лучших специалистов, инженеров, ученых, лучшие рабочие кадры со всего Советского Союза, западной части были эвакуированы в Уфу. Все это переварилось в этом уфимском котле или башкирском котле и дает очень хорошие, так сказать, позитивные всходы. Я считаю, с точки зрения вот человеческого потенциала, у Уфы огромное будущее. Это очень умный город, очень город такой требовательный по отношению к властям. Еще надо научиться быть требовательным по отношению к себе. И когда мы сформируем стратегию как общественный договор, то, что сейчас говорили наши спикеры, тогда у нас будет реальный шанс сделать наш город лучше. Вот именно за период одного поколения. Я просто хочу подчеркнуть, что это не какие-то там, не, так сказать, воздушные замки. Я был как-то в заграничной командировке в городе Дэгу. Это южнокорейский город, чуть больше 3 миллионов населения. За 25 лет мне мэр показал, какой путь они прошли. От глинобитных хижин до суперсовременного города мирового, в котором были проведены чемпионат мира по легкой атлетике, универсиада, игры чемпионата мира по футболу, промышленные выставки мирового уровня. Они прошли это за 25 лет. За 25 лет. И опыт предыдущих поколений, в том числе советского периода, говорит о том, что все можно сделать при нашей жизни. И я просто всем участникам нашей дискуссии бы все-таки порекомендовал то, что поддерживает тоже предыдущего коллегу, вносить больше предложений и конструктивной критики. Поверьте, объем критики, который после того, как мы открыли свой официальный сайт, когда мы сделали, в общем, открытый муниципалитет, он зашкаливает. Мы все прекрасно знаем, в каком городе нам хочется жить, а как это сделать, что зависит от конкретного жителя. Вот это главная ценность, значит, нашего форума, на котором, помимо чисто технических, градостроительных, инженерных решений, мы должны будем принять. Спасибо. Да, спасибо. Ну, перейдем сразу к критике. Александр Сергеевич, правильным ли мы направлением двигаемся? Ваши комментарии, пожалуйста. Спасибо большое. Знаете, пока я слушал презентацию... Включить микрофон. Не слышно. Микрофон включите, пожалуйста. Пуш написано. Слушая презентацию, я поставил несколько восклицательных знаков и несколько вопросительных. Давайте по пунктам. Ну, во-первых, что касается восклицаний. Я, честно говоря, не думал, что в обозримом... А? Плохо слышно? Еще ближе. Не думал, что в обозримом будущем услышу... Вот в сегодняшних условиях, что какой-то из крупных российских городов всерьез работает над стратегией как общественным договором. На мой взгляд, это очень важно и очень перспективно. И это то, чего, к сожалению, сейчас уже почти тема уходит из обсуждения. Мне очень нравится, что вы такое внимание уделяете ценностям. Потому что вот тот феномен, который вы отметили, что многие стратегии, как две капли воды, похожи друг на друга, это проистекает, на мой взгляд, как раз от того, что пропускается этап формулирования ценностей и стратегического целеполагания. Именно здесь выявляется специфика, специфические ожидания, специфические потребности каждого города. И, конечно, вот идея активных экономических центров второго порядка, полицентризм города, это тоже, мне кажется, достаточно перспективная идея, и дай бог, чтобы у вас получилось. И конечно, подход ваш к развитию человеческого потенциала мне очень импонирует. Первый вопрос с точки зрения методологии. Вот прозвучало, что важен вектор, а не конкретная конечная точка. Ну, во-первых, все-таки это не вообще стратегия, а вы говорите, что это...
стране стратегия до 2030 года, значит, мы как-то этот 2030 год должны показать, сформировать целевое видение. Вопрос здесь, какие должны быть показатели? Да, я согласен, что это не какие-то погонные метры труб, квадрат, даже квадратные метры жилья. Это что-то другое качественное, но это может быть, все-таки должна быть описана как-то описана эта точка, куда мы стремимся, если это все-таки стратегия имеет конечный срок. То, что город думает о пространстве, второй вопрос, как бы что, а больше о другом он не думает. Но все-таки, мне кажется, это не совсем так. Город, несмотря на то, что большая экономика, это не экономика, собственно, которую в серьезной степени контролирует город, для Уфы здесь есть серьезный вызов, серьезная проблема, и это некий тоже стратегический выбор, какие тенденции поддерживать. Уфа – один из нескольких крупных российских городов, которая сохранила практически в полной мере свой промышленный потенциал, наряду с Челябинском, там, Омском. И в этом ее отличие от некоторых других городов, миллионников. Вот первый вопрос здесь, который, мне кажется, должен как-то найти отражение в стратегии, это мы все-таки будем продолжать траекторию индустриальной модернизации. Это возможно, мировые примеры этому есть. Или пойдем по пути там постиндустриальной трансформации, еще какие-то траектории. Потому что от этого на самом деле зависит несколько важных вещей. Скажу об одной. Индустриальная модернизация, там даже реиндустриализация, это все замечательно, но конкурентоспособность Уфа сохранит только при кардинальном повышении производительности труда в этих отраслях промышленности. Это означает высвобождение все равно рабочей силы на рынке труда. Чем будут в стратегической перспективе заниматься эти люди? Это вопрос, который должен, на мой взгляд, найти отражение в стратегии города. Ну вот, если коротко, мои комментарии первые. Спасибо. Да, спасибо большое. Вот важный аспект, который вы затронули, о котором мы на самом деле очень много думали и очень много обсуждали, это вопрос интеграции стратегии города и стратегии развития региона. И тут мне хотелось бы слово дать Владимиру Александровичу для того, чтобы ваше мнение услышать о том, как же нам синхронизировать свою деятельность, сопоставить наши ценности развития региона, республики и города Уфы. Ну, во-первых, надо сказать, что замечание о том, что стратегия города, развития города должна быть увязана в целом с развитием республики, это как бы само собой разумеется, потому что город не живет сам по себе, он живет в составе республики, и экономика города формируется также в составе экономики республики. Поэтому, ну, как мы знаем, что основной экономический потенциал также сосредоточен в городе Уфе. Поэтому развивать город без развития экономики это невозможно. Ну и, соответственно, правительство принимает достаточно много мер, чтобы большинство инвестиционных проектов в экономике реализовывались либо в городе Уфе, либо в ближайших районах, что также влияет на развитие самого города. Я надеюсь, что стратегия, которую вы будете разрабатывать и разрабатывать сейчас, она, конечно, во-первых, будет согласована со всеми планами правительства во всех направлениях, как в транспортном направлении, как в коммунальном направлении. То есть мы найдем общий язык, поскольку правительство всегда направлено на взаимодействие с администрацией города Уфы и городским советом. То есть я не вижу каких-либо препятствий для того, чтобы у нас был один вектор развития, а не экономика отдельная и, допустим, пространственное развитие города как-то отдельно. Поэтому, я думаю, это все совместимо, следует только продолжать работу в одном направлении. Спасибо. Можно тоже добавить, значит, помните старый советский анекдот, когда ставились определенные производственные задачи перед трудовыми коллективами, и когда по какой-либо причине срывалось выполнение плана или там какого-то мероприятия, всегда приглашали на ковер и всегда говорили: в первую очередь вот вы член партии, а во вторую очередь там слесарь или еще кто-то, да, вам партия поставила задачу. Вот я могу ответственно заявить, что у нас в первую очередь члены правительства республиканского — это жители города Уфы, а вторую очередь они члены правительства. И поэтому они точно так же, как и мы, заинтересованы в развитии нашего города, а может даже более заинтересованы,
потому что в силу вот своего жизненного опыта я могу сказать, чем выше поднимаешься по уровню административной лестницы управления, тем шире взгляд и охват соответствующей проблемы. Совершенно по-иному ты смотришь на этот процесс, потому что это как чем выше деревья, чем выше колокольня, да, значит, тем дальше ты видишь. Поэтому здесь у меня есть полная уверенность, что программы наши будут синхронизированы. И более того, значит, перед нами поставлены задачи опережающего развития города Уфы. И мы действительно, реально, значит, по-доброму, но очень жестко конкурируем со всеми городами-миллионерами. У меня прекрасные отношения с руководителями этих городов, но тем не менее, то, что касается вот конкуренции за человеческий капитал, за финансовые ресурсы, инвестиции, за то, чтобы, так сказать, повышать численность нашего населения, качество населения, здесь мы, конечно, бескомпромиссны. Спасибо. Ну, еще хотелось бы добавить, наверное, как несколько оправданий, почему же в основе нашей стратегии лежит пространство. Вообще инициатором разработки стратегии развития города выступила главархитектура, когда мы в своей работе поняли, что насколько нам сложно работать с имеющимся генеральным планом, насколько его необходимо актуализировать и как увязать долгосрочные пространственные показатели развития с экономическими и социальными. И вот, Александр Анатольевич, ваш комментарий как зачинщика всего этого беспорядка. Да, добрый день. Ну, я коротко очень скажу. Действительно, так получилось, что я не так давно работаю в администрации и работал всего 3 месяца, когда в конце 2012, начале 2013 года были выделены бюджетные деньги на актуализацию существующего генерального плана. Мы собрали мозговой штурм, посмотрели и поняли, что, скорее всего, это получится опять очередной документ в стол, который вряд ли кто-то даже до конца прочитает, но при этом деньги будут потрачены, и мы не сможем действительно понимать, как развивается наш город на долгие годы вперед. Поэтому мы вышли вместе с главным архитектором города к Ирику Шумухаметовичу с просьбой отодвинуть этот процесс, согласовали это с правительством республики. Огромное им спасибо, что они нас в этом поддержали. То есть это был такой беспрецедентный шаг, когда мы просто отказались от бюджетного финансирования и пошли по достаточно более сложному пути именно создания и разработки стратегии. Кроме этого, мы для себя все-таки приняли решение, что мы будем это делать сами. Там тоже было 2 пути. Можно заказать за те же деньги, провести конкурс, кто-то это выигрывает, и спокойно ждать результата. Это, конечно, гораздо проще, но мы решили, что все-таки мы должны действовать по-другому. И взяли на себя определенную ответственность, достаточно серьезный риск, попробовать сделать это сами. Мы тогда еще не совсем понимали, как это получится, но вот очень здорово, что у нас появились такие молодые перспективные сотрудники. Некоторых мы, могу сказать, сняли практически с самолетов, уже с открытыми визами в некоторые европейские страны. И, сделав определенные предложения, от которых они не смогли отказаться, оставили их в нашем городе. Вот. И приступили к разработке этой стратегии. Наша была принципиальная позиция, что мы это делаем сами. Только так мы можем понять все глубинные процессы, и самое главное, оставить все наработанные данные, которые, огромный массив которых собирается в период разработки этой стратегии, оставить эти данные у себя для дальнейшей работы, для дальнейших обсуждений, для корректировки этой стратегии. Поэтому, что из этого получается и что из этого получится, решать, наверное, все-таки всем жителям нашего города, но вот ключевые аспекты, ключевые показатели, ключевые направления, которые мы для себя приняли, это 2. Во-первых, естественно, это очень большое обсуждение с жителями нашими городами, со всеми заинтересованными людьми. И здесь я тоже хотел бы присоединиться к просьбе, чтобы действительно это было обсуждение, не критика. Сказать, что все плохо и вот хочу, чтобы было так, очень легко написать это в интернете, выступить по телевизору, а вот обсудить, понимая, как плохо и как сделать хорошо, именно как, конкретные шаги, это совершенно другое. Поэтому здесь вот такой
наверное, отчаянный, можно сказать, призыв, чтобы действительно был конструктивный разговор, и действительно нам нужна помощь всех заинтересованных людей. А второй наш такой очень важный был посыл – это обязательно сотрудничество с регионом. Мы четко понимали, что без региона стратегии Уфы не будет нормальным и всеобъемлющим документом, поэтому здесь тоже и чувствуем большую поддержку и обязательно будем сотрудничать для того, чтобы эта стратегия была именно такой, таким вот собирательным каким-то документом между самым маленьким жителем нашего города, который только пошел в школу, да, и которые участвовали, вот очень многие дети поучаствовали в нашем опросе, который там собрал более 30 тысяч мнений, причем за очень короткий промежуток времени, это вообще такое наше ноу-хау, и заканчивая, наверное, членами правительства и главой региона, чтобы это вот был такой собирательный документ именно общественного согласия. Вот такие принципы, которых мы как бы опирались. Ну, что из этого получится, давайте будем вместе смотреть. Спасибо большое, Александр Анатольевич. Ну, что касается пространственного развития, наверное, здесь немножко проще достигнуть всеобщего понимания, общественного согласия и так далее. А важный раздел стратегии – это экономическое развитие. Я хотела бы слово передать Ильдару Финановичу Хасанову. Вы огромную работу провели уже сейчас и ведете по стратегии экономического развития города. От вас хотелось бы услышать, возможно ли достичь общественного согласия в такой сложной сфере, как экономика? Добрый день, уважаемые коллеги, приглашенные. Надо сказать, что я тоже согласен с тем подходом и всегда поддерживал то, что все-таки генплан – это документ пространственного развития, и только им ограничиваться городу, наверное, было бы неправильно. И вот эта стратегия, я понимаю, как объединение трех основных направлений. Это прежде всего пространственное развитие, экономическое развитие и развитие человеческого потенциала. То есть так, чтобы человеку было комфортно, ради чего мы это все и делаем. Соответственно, объединение вот этих трех китов, наверное, вот это и есть стратегия. Можно соглашаться с доводами из доклада, можно не соглашаться, но согласитесь, что подход тот вот этой молодой команды, который был применен, он и немного провокационный, и в то же время он наталкивает на то, чтобы думать по-новому, размышлять по-новому, и чтобы это было интересно людям. Но сегодня вот мы будем обсуждать на круглом столе концепцию экономического развития, как один раздел стратегии. Там тоже есть целый ряд новых подходов. Здесь мы тоже постарались объединить с пространственным развитием. То есть мы выделили вместе зоны развития промышленности, выделили кластеры, где это должно развиваться. То есть мы хотим перейти от хаотичного развития к осмысленному, такому кластерному подходу. И надеемся, что вот такой подход как раз сделает жизнь горожан комфортнее за счет ликвидации перекрестных потоков, когда люди живут в одном месте, работают в другом месте. Уйдем от нехватки рабочих мест в отдельных районах и поймем, где эти рабочие места нужно больше создавать, в большей степени. Мы это, конечно, с вами ощущаем, но должен быть документ. Когда есть документ, легче защищать этот документ в вышестоящих органах, легче получать финансирование. Думаем, что вот одна из задач стратегии как раз помочь нам привлекать федеральное и республиканское финансирование в том числе. Спасибо. Спасибо, да, интересный вопрос. Вот два вопроса у нас поступило, на которые мы сейчас могли бы ответить сразу, интерактивно. Чей первый, твой или мой? Вопрос в следующем. Ощущается нехватка в представленной схеме отдельной позиции генеральный план? Предполагается ли определение ему места? Может быть, уже ясно. Ольга Иванова, город Екатеринбург. Спасибо большое за вопрос. Действительно, это очень важная тема. И хочется сказать, что генеральный план – это, наверное, наш следующий этап, который будет разрабатываться после того, как мы достигнем вот этого уже понимания, куда мы движемся и какими способами. И генеральный план, он уже больше относится именно к стратегии администрации, как один из механизмов, из инструментов, так же, как и правила землепользования, застройки, которые будут разработаны на основе тех ценностей, которые мы выработаем и закрепим в стратегии развития города. Может быть, есть что добавить, Эльдар Фанисович?
как главный архитектор города. Добрый день. Я хотел бы еще на одном моменте заострить. Уже здесь много было сказано про стратегию. Самый важный момент, то, что генплан существует, мы не говорим о том, что происходит отрицание этого генплана. Мы используем тот наработанный материал, который был уже утвержден, согласован в 2006 году. Мы говорим о более качественном и улучшенном подходе к разработке генплана. Для того, чтобы его окончательно разработать, мы должны пройти все этапы обсуждения, анализа, принятия решений, и после этого, конечно, работать уже над генпланом как над инструментом. Какие-то моменты в будущем генплане будут утверждены, где-то будут поставлены какие-то ограничения, где-то некоторые моменты будут просто пересмотрены. Поэтому вот сегодняшняя презентация, она дает общее представление вообще о стратегии развития города. И не уходят какие-то там частности в детали. После того, как это все будет уже презентовано, весь этот процесс пройдет обсуждение, то в дальнейшем, конечно, мы перейдем на такие более узкие моменты, как разработка генплана, правила землепользования и застройки, так называемые инструменты, которые могут регулировать и запускать так называемые механизмы преобразования в городе. Все. Вот к этому вопросу я бы добавила еще следующий, наверное, вопрос. Где место генерального плана, где место в стратегии такой важной сфере, как сфера жилищно-коммунального хозяйства? Является ли это сфера жизнедеятельности города действительно стратегическим направлением, либо это уже тактические задачи, которые нужно в оперативном режиме решать? Я хочу слово дать Владлену Юрьевичу. Ваш комментарий по проделанной по УФИ работе. Насколько стратегическое развитие сферы ЖКХ? Я думаю, во-первых, что сфера ЖКХ – это то, что обеспечивает эту стратегию реализации. Да? Потому что в конечном итоге никакое развитие без коммунальной инфраструктуры происходить не может. И стратегия по отношению к коммунальной инфраструктуре должна быть обязательно. И не только к коммунальной инфраструктуре, но и к жилью тоже. Тому существующему жилью, которое сегодня есть. И сегодня задача стоит в том, чтобы повышать… Задача стратегии, как я услышал, обеспечить то, чтобы людям хотелось жить в Уфе, чтобы им было комфортно жить в Уфе. А это в первую очередь жилье, то жилье, которое у нас сегодня есть. И в жилье одна из задач является то, чтобы обеспечить вот именно ту публичность, прозрачность и горизонтальные связи между теми, кто живет в этом жилье. Сегодня очень хорошо работают вертикальные связи, когда жители жалуются на то, что есть, и город пытается решать. Но без помощи жителей, без того, чтобы на горизонтальном уровне организовывать обсуждение тех проблем, которые есть, решать те проблемы, которые существуют в их дворах, в их домах, конечно, говорить о том, что будет сформирована нормальная стратегия, реализована нормальная стратегия, наверное, сложно. В коммунальном секторе самая большая задача сегодня, которая стоит, это, конечно, сделать его прозрачным и понятным, для того, чтобы у граждан не возникал вопрос, почему именно такие тарифы у нас сегодня, почему происходит рост тарифов, с чем это связано, куда будет развиваться эта коммунальная инфраструктура. Наверное, сегодня в стратегии это обязательно должно найти отражение для того, чтобы в дальнейшем народ поддержал стратегию и понимал, что будет происходить в коммунальном секторе. Но мне кажется, для стратегии это чрезвычайно важно. Спасибо. Спасибо большое. Оля, я добавил слов. Моя любимая коммуналка, значит, вы знаете, вот жилищно-коммунальное хозяйство, оно в целом в Российской Федерации, да и в Советском Союзе, это была отрасль, которая находилась на задворках, скажем так, внимания как высшего руководства страны, так и в целом, так сказать, инженерного сообщества. Да вообще, так сказать, отношение было к коммуналке как к такому что-то второсортному, третьесортному. К сожалению, вот это отношение до сих пор и продолжает иметь место быть, к сожалению. Хотя это сложнейшая инженерная отрасль, просто сложнейшая. И мы очень много за последние годы сделали для того, чтобы жить в городе Уфе стало безопаснее и комфортнее. И я могу поделиться вот опытом определенным. Для многих российских городов это откровение. Вы знаете, уже 2 года подряд мы не работаем, вот как раньше вот коммуналку можно было сравнить с сельским хозяйством.
Мы работали 5 месяцев в году, условно говоря. Вышли там в мае, готовим к отопительному сезону, благоустроительный сезон. Холода настали, то тепло пустили, все, так сказать, и потом остальные 7 месяцев поддерживающий режим. А основные работы по реконструкции, по капитальному ремонту проводили всего 5 месяцев в году. Сейчас мы работаем 12 месяцев в году. Вы видите многочисленные раскопки в городе. Работаем без траншейным способом, прокалыванием, продавливанием, горизонтальным наклонным бурением. То есть все предприятия, ресурсоснабжающие компании, энергетики, кто поставляет воду, кто занимается водоотведением, кто поставляет тепло, кто поставляет горячую воду, кто поставляет услуги связи, все они работают круглый год. Таким образом, мы вот спрессовали уже к тем 25 годам, когда можно за одно поколение создать современный красивый город. Вот такие революционные преобразования в коммуналке в Уфе произошли. Еще один момент, про который все забыли. Нас 3 года назад обвиняли чуть ли не в подрыве, значит, национальной безопасности, когда мы пошли по пути создания индивидуальных тепловых пунктов, которых создано уже больше 1200, вместо центральных тепловых подстанций, которые, так сказать, неэффективны. Сделали, лучше стало, погодозависимые датчики поставили в домах, меньше люди стали за тепло платить, физически меньше, да, финансово понятно, тарифы увеличились. Поэтому этой отрасли нужно первостепенное внимание. Первостепенное внимание. Даже если мы будем строить сумасшедшими темпами, тот жилой фонд, а это 36 тысяч домов в Уфе, если мы не будем его качественно обслуживать, содержать, ремонтировать, значит, никакого города будущего не будет. Спасибо. Спасибо. Ну, то есть вопросы коммунального хозяйства для нас тоже важны. И еще вот один вопрос есть, Александр. Вопрос. Есть серьезные сомнения в том, что реальная стратегия развития крупного города как документ может быть общественным договором, особенно в соответствии с федеральным законом 172. Это вопрос от Александры Витальевны Игнатьевой. Вот я на 100% согласен с тем, что я сейчас прочитал. Именно в тех терминах у меня тоже есть сомнения. И я бы хотел сказать, что вот и мы попытаемся найти возможность того, чтобы с одной стороны найти соответствие, а с другой стороны все-таки решить те вопросы, которые требуют именно, ну, которые можно решить именно договором общественного согласия. Например, такой простой вопрос, как преемственность стратегии, да? Мы же с вами прекрасно знаем, что рано или поздно любая администрация города уходит. Приходит новая администрация, и все начинается по новой. Я бы тут хотел рассказать, ну, привести такой пример. Вот сегодня 2015 год, и мы стоим, у нас появилось новое законодательство о стратегическом планировании. Да? А ровно 10 лет назад у нас появилось новое законодательство о градостроительном планировании. Да? Появился градостроительный кодекс, который нас обязал делать генеральные планы и прочее, прочее, прочее. Так вот, все эти 10 лет мы находимся в ситуации того, что генеральный план, описанный в федеральном законодательстве, он не работает. Он не работает. Его не уважают, его не используют во многих городах, и города развиваются совершенно по-другому. Вот наше желание сделать стратегию, которая работает, да, может быть, действительно не найдет соответствующей ниши в федеральном законодательстве. Придется либо адаптировать стратегию, либо видоизменять федеральное законодательство. Опять же, возвращаясь к градостроительному кодексу, за 10 лет было внесено более 70 поправок. Да, законодательство у нас гибкое. Возможно, вот эта работа позволит и законодательство улучшить в том числе. Поиск соответствия. Да, это точно. И я бы хотела слово дать еще, у нас гости есть из Новосибирска и Екатеринбурга, вот в первом ряду.
Хотелось бы ваши комментарии тоже услышать. Александр Ложкин. Смотрите, да, меня, конечно, очень впечатлила эта работа, да, и впечатлил подход. Мне очень нравится вот этот, ну, во-первых, конечно, мне очень нравится эта идея общественного договора. Другой вопрос, что следующая ваша задача, чтобы это было не только продекларировано, но и было на самом деле, потому что, скажем, в Перми, там ведь, в общем, общественного договора не возникло, хотя декларировалось это именно так. То есть это абсолютно правильная декларация. Дальше вопрос, дальше надо выстраивать механизм партисипации, да, с жителями, с бизнесом, с участниками. А второе, что мне тоже очень симпатично, это вот этот системный подход снизу, который вы предъявили. Абсолютно правильно, да, то есть как бы исследовать особенности территории и идти от особенностей территории к пониманию того, как они должны развиваться. То есть фактически стратегия как совокупность таких локальных мастер-планов — это во многом правильный подход. Но опять же, да, этот подход надо дополнить теперь подходом сверху. Да? То есть нужно смотреть еще вообще на город как на единую систему. И должны быть вычленены вот эти вот общие цели, общие для всего города. Потому что не может город развиваться как система, как отдельные поселки. Город должен развиваться как единая система. А в целом, ну, слушайте, ну, абсолютно верной дорогой идете, товарищ. Спасибо большое, Александр. Ольга Иванова, город Екатеринбург. Вы, я знаю, тоже приступаете сейчас к стратегии пространственного развития. Как успехи? Да, приступаем. И поэтому уже третий год с очень большим интересом наблюдаем за тем, что происходит в городе Уфа. И третий год приезжаем сюда на эти урбан-байрамы. Стратегию мы собираемся делать в 2016 году, закончить в 2017, но мы тут же связываем эту цепочку, мы не ставим сразу здесь точки. Мы сразу связываем, что еще не закончив стратегию, мы начнем работу над новым генеральным планом. В идеале хотим получить эти два документа совместные, опять же опираясь на опыт, который уже есть у Екатеринбурга, который с 2000 года работал над своими генеральными планами и над своими стратегическими планами как двуедиными, как сказать, как неразрывными двумя частями одного целого. И по поводу того, что сегодня вот увидели, у меня очень сильное впечатление осталось от слайда, где вы делите стратегию на два уровня. И даже графически изображаете ее так, что у этих стратегий, у стратегии договора общественного согласия и у стратегии администрации, у каждой из них есть зоны, не пересекающиеся. Вот чисто графически это представлено двумя такими квадратиками, что вот эта часть у нас общая, вот эта часть только у одной стратегии, вот эта часть у другой. Вот здесь, мне кажется, есть момент, над которым надо еще подумать. Да, договор общественного согласия нужен, потому что на одной территории сосредоточены интересы республики, федерации, области, города. Но все они, даже если они находятся на республиканском уровне или на федеральном, они рикошетом прилетают на город. Может, не впрямую, но администрация все равно рикошетом несет какую-то свою зону ответственности и должна иметь какую-то иллюстрацию своих интересов в этих стратегиях. Поэтому я бы вот эти рамки поменяла. Хорошо, спасибо большое. Еще остались вопросы? Да, вопросов много еще. Ну, на все вопросы я предлагаю, что сейчас будет... Ну, какой-то самый интересный, Мария, если остался. Нет, тут на самом деле, конечно, много не вопросов, а именно комментариев. Комментарии мы зачитывать не будем, а по вопросам самый ключевой все-таки вот как раз связан с двумя стратегиями. То есть очень многие спрашивают, зачем две, почему не одна, почему две стратегии? Мне кажется, нужно еще раз, пожалуйста, поясните, зачем городу две стратегии?
Давайте я попробую пояснить. Это не две стратегии. Это две части. Одна часть – это общественный договор, это часть, которая декларирует намерение. Вторая часть – это обязательства, которые принимает. Это не просто намерение, да? Администрация не просто говорит, что мы хотим развивать что-то. Администрация говорит, что мы будем это развивать и принимает на себя ответственность в форме целевых программ. Да, наверное, мы представили это как две стратегии. Нет, это не две стратегии. Это две части. И цель, вот артикуляция вот этой второй части состоит в том, чтобы именно, ну как сказать, сделать эту стратегию работающей, чтобы то, что написано и продекларировано, реализовывалось, чтобы было понятно, какое финансирование под это выделяется, кто ответственный за реализацию и так далее, и так далее. Опять же, вот сегодняшняя критика и дальнейшая критика позволит, наверное, вот эту вот схему как-то изменить, адаптировать, сохранить, ну или, возможно, от нее и отказаться, если вот выяснится, что это не совсем правильно. Ну, можно я тогда все-таки чуток прокомментирую, да, свое мнение скажу. Мне кажется, здесь просто немножко такая вот терминологическая чуть-чуть неразбериха есть, да, потому что вот эти две части, да, вот если говорить о первой, о большой, да, то это стратегия, по сути, стратегия развития, адресованная всем субъектам, всем субъектам деятельности в городе, да. А вторая, да, скажем так, нижняя часть стратегии, это стратегия управления, которая фактически муниципалитет адресует сам себе. Это его зона ответственности, его деятельность. Поэтому это, в общем, такая просто матрешка на самом деле, то есть, а не две какие-то независимые стратегии. И может быть еще отличие в сроке реализации. Вот сказали вы, что обязательно должен быть срок реализации. Так вот, мы не знаем, нужен ли срок реализации стратегии города, потому что это все-таки некие наши ценности, принципы, которые мы хотим, чтобы они в будущем у нас были. Но не говорим будущее такой-то, такой-то, такой-то конкретный год. А у стратегии администрации, конечно, должны быть реальные сроки. Да-да-да, конечно. Союз российских городов. Это как раз по 172-му закону. У нас ничего не нужно придумывать. Мы почему-то пишем законы, а потом пытаемся их поменять. У нас вот вся жизнь в России устроена таким образом. Закон есть, слушайте, а давайте вот не нравится он им, почему нельзя идти в соответствии с... Да, есть 172-й закон. Мы, вот Александр Сергеевич, не даст соврать, очень хорошо его проработали. Посмотрели, есть нюансы, которые связаны с нехваткой некоторых моментов для органов местного самоуправления, не только, и для субъектов тоже. То, что вы сегодня называете второй стратегией, это программа реализации стратегии. И что касается сроков, в 172-м конкретно прописано, что мы должны отчитываться ежегодно по любой стратегии. Поэтому есть план, по которому вот на год написали себе, должны отчитаться. Мы сегодня, мы все говорили много-много лет, что все стратегии, которые пишутся в стране, это документы, которые лежат и никак не реализуются. Написали 172-й закон, приняли его. Сегодня должны, это должен быть работающий механизм, по которому органы местного самоуправления должны отчитываться. Поэтому говорить о том, а нужно ли отчитываться, есть ли сроки, это не вопрос. Есть ответ конкретный в законе. Поэтому надо читать закон и работать в соответствии с законом. А у меня встречный вопрос. Перед кем орган местного самоуправления должен отчитываться по закону? Есть нюанс. Но кто принимает, опять, кто принимает стратегию? У нас у всех в уставах прописано, кто принимает сегодня стратегию. Кто должен принять написанную стратегию? Представительный орган власти, местного самоуправления. То есть, не перед жителями. Не перед жителями. Но если у вас общественный договор, это другое. Есть же закон, который мы сегодня пытаемся почему-то, еще не начав по нему работать. Я очень рада, что наша пленарная сессия уже перешла в поле такой бурных дискуссий. Перед кем должен отчитываться город? Перед городом или перед там верхними эшелонами власти? Ой, мы будем рады вас всех видеть на последующих круглых столах. Их будет 8. Все вопросы, поступившие и те, которые будут поступать, мы обязательно на них ответим на завершающей пленарной сессии. И они будут опубликованы у нас на сайте Urban Bayram.
Спасибо большое за ваше время, спасибо большое за ваше страстное участие и приглашаем к дальнейшим круглым столам и дискуссиям. Спасибо. Прошу всех садиться поближе. Через минуту мы начинаем наш круглый стол, посвященный вопросам экономического развития, который называется «Регион и город. Поиск реальных механизмов взаимодействия». Сегодня в нашем круглом столе принимают участие Хасанов Ильдар Финатович, заместитель главы администрации города по вопросам экономического развития, Пустовгаров Юрий Леонидович, президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан, Краснова Ольга Павловна, начальник управления экономики администрации города Уфа, Котов Дмитрий Валерьевич, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и управления на предприятии нефтегазовой промышленности УГНТУ, заместитель руководителя межведомственной группы по разработке стратегии РБ. Гайнанов Дамир Ахнафович, директор Института социально-экономических исследований Уфимского научного центра Российской академии наук. Также у нас сегодня присутствуют эксперты: Пузанов Александр Сергеевич, исполнительный директор фонда Институт экономики города, а также Гаврилов Денис Александрович, это программный директор форума живых городов, наш гость из города Ижевска, а также в настоящее время Денис занимается развитием реального механизма экономического развития в Ижевске, машиностроительного кластера Удмуртской республики. Он является генеральным директором управляющей организации. Сегодня мы хотели рассмотреть результаты той работы, которая была выполнена в городе по экономическому развитию. На самом деле работ было несколько, то есть была работа, которую выполнил Уфимский научный центр Российской академии наук, также была концепция экономического развития, которую выполнило аналитическое агентство «Эксперт Урал». И сегодня мы хотим послушать, задать вопросы, понять то, что мы обозначили на пленарной сессии, что при экономическом развитии очень важно именно вопрос взаимодействия города и региона. И раз сейчас в Республике Башкортостан разрабатывается стратегия, в городе Уфа идет работа, явно эти процессы нужно координировать. И сегодня, я надеюсь, мы в итоге вот постараемся ответить на два вопроса по итогам круглого стола. Во-первых, как двигаться дальше, как координировать работу города, работу региона. И второе, это каким образом реально создавать реальные механизмы развития экономики. И первым я хотела бы предоставить слово Хасанову Ильдару Финатовичу. Ильдар Финатович, вы курировали работу по экономическому блоку. Скажите, пожалуйста, какие цели, задачи вы ставили, когда вы поручали экспертам вести эту работу? Ну, добрый день, уважаемые коллеги, приглашенные. Да, сегодня мы на пленарном заседании рассмотрели в целом вопрос стратегии и говорили о том, что она состоит из трех основных таких частей. Это пространственное развитие, экономическое развитие и развитие человеческого потенциала. Ну, кроме того, есть еще две вспомогательные области. Это муниципальные финансы и управление. То есть это те инструменты, которые тоже необходимы для реализации стратегии. Вот по каждому из разделов было сделано целый ряд исследований, в том числе и в нашем разделе «Экономическое управление». Ну, задачи ставились какие? Во-первых, прежде всего, в чем новизна этой работы была? Мы экономическое развитие рассматривали, наверное, впервые в увязке с территориальным развитием, то есть в неразрывной связи. И поэтому мы делали упор именно на территориально-производственные кластеры, то есть на кластерное развитие экономики. Ну и задачи ставились, конечно, чтобы эта экономическая стратегия была инновационной, то есть рассчитанной на то, что прежде всего в городе развивать инновационные, экологически чистые, передовые отрасли производств. И второе – это увязать с пространственным развитием, то есть с теми территориями, которые в городе есть, и населением, которое есть, трудовыми ресурсами. И, конечно, ну, фактически увязать наш раздел со всеми разделами, которые вот я уже называл.
То есть и с финансами, и с кадрами, и с человеческим потенциалом. Ну и задача была не просто поставить ориентиры целевые и сказать, вот в 2030 году хотим достигнуть того-то и того-то. Хотя это тоже было сделано, но и попробовать ответить на вопрос «как?». Потому что слабое место обычно таких глобальных документов – это практическая реализация, как это сделать, как контролировать ход исполнения этой стратегии. Поэтому мы также ставили задачу сделать план мероприятий по реализации нашего раздела и ставили задачу, чтобы, ну, чтобы ее можно было мониторить. То есть ставили ключевые показатели, какие мы хотим достигнуть, и промежуточные, то есть конечные цели и промежуточные. Вот вкратце это все. Будет сейчас презентация, там уже будет более подробно, как нас, и вы сможете оценить, ну, насколько это получается на данный момент. Спасибо. Передаем слово Гайнанову Дамиру Ахнафовичу, директору Института социально-экономических исследований Уфимского научного центра Российской академии наук. Прошу прощения, уважаемые участники форума, о необходимости и важности стратегического планирования в развитии российских городов и регионов неоднократно подчеркивалось в выступлениях президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, а также главы республики Рустема Закиевича Хамитова. В Уфе под личным руководством и при непосредственном участии главы администрации города Ялалова Ирика Ишмухаметовича уже в течение 2 лет ведется разработка этой стратегии. На первом пленарном заседании об концепции этой стратегии уже докладывалось. В соответствии со структурой этого документа Институтом социально-экономических исследований Российской академии наук Уфимского научного центра РАН и совместно с профильными управлениями администрации города Уфы, а также на основании документов министерств и ведомств Республики Башкортостан проведены исследования по экономическому блоку. Основная цель исследования – это определить возможные перспективные направления вывода экономики Уфы в лидеры и прогнозирование результатов развития к 2030 году. Для этого проведена оценка уровня социально-экономического развития среди городов-миллионников, выявлены проблемы и определен потенциал развития города. Города анализировались по 16 показателям за период с 2009 по 2014 годы. Все показатели сгруппированы в 3 блока. Они представлены вашему вниманию на слайде. В каждом блоке и по каждому показателю проведено ранжирование городов-миллионников, то есть определено конкретное место города Уфы среди 13 городов, за исключением Москва и Санкт-Петербург. В зависимости от достигнутого значения показателей, здесь показано место города Уфы. Как видите, вот среди экономических показателей Уфа занимает по экономическим показателям Уфа занимает лидирующее место. Например, по объему отгруженных товаров собственного производства в течение периода с 9 по 14 первые и третьи места. В 2014 году Уфа уступила только Омску. По обороту розничной торговли Уфа стабильно занимает 2-е место после Екатеринбурга. В расчетах был применен интегральный показатель. Он позволил определить обобщенный ранг в целом за этот период. В результате по экономическим показателям Уфа занимает 2-е место среди городов-миллионников. Характеризуя блок финансовых показателей, необходимо отметить позитивную динамику развития хозяйствующих субъектов города Уфы. Так, по сольдированному финансовому результату организации Уфа стабильно занимает место в лидирующей тройке. В целом, по доходам и расходам города Уфа занимает 5-е и 6-е места в рейтинге. А вот по обобщенной оценке финансовых показателей Уфа также занимает 2-е место.
По оценке социальных показателей, к сожалению, Уфа занимает только 5-е место среди городов-миллионников. Но при этом необходимо отметить, что с 2008 года в Уфе отмечен положительный естественный прирост населения, причем идет тенденция к росту этого показателя. В целом Уфа находится на 3-м месте, соперничая с Перми за 2-е место. Однако прогноз динамики темпов развития городов-миллионников до 30-го года показал, что если Уфа будет развиваться такими же темпами, как сейчас, то город может потерять достигнутые позиции. Как следствие конкуренции городов, с которыми мы действительно соперничаем, так и за счет влияния негативных внешних условий. Наша цель все-таки, независимо от того, как говорят, я считаю, что наша цель – быть лидером, особенно в экономическом блоке, там конкретные показатели. А для этого необходимо определить, что мы лучше всего умеем, в чем мы лучше и какими ресурсами мы располагаем для того, чтобы быть лучшими. Для этого вот и необходима стратегия, которая определяет вот эти основные вектора развития. Была проведена оценка конкурентоспособности видов экономической деятельности по следующему блоку показателей, такие как эффективность производства, финансовая устойчивость и заработная плата. Они сведены в интегральный показатель. И надо отметить о том, что в числе наиболее конкурентоспособных видов экономической деятельности для Уфы традиционные – это производство нефтепродуктов, химическое производство, добыча полезных ископаемых и другие. На основе рейтинговой оценки видов экономической деятельности для города определены ключевые компетенции международного уровня по производству нефтепродуктов и фанеры, оборудование для добычи и переработки нефти и газа, авиационных двигателей, приборов для авиационной и космической отрасли. Вот в компетенции города всероссийского и республиканского уровня наиболее важными являются это производство бутылок и стекла для напитков и пищевых продуктов, производство лекарственных препаратов, электроэнергии и транспорта. Был проведен анализ более 500 предприятий города, который показал, что 83% рентабельно работающих предприятий, среди них всего лишь 1/3 высокопроизводительных. Приходится констатировать и тот факт, что у стабильно убыточных предприятий, представленных во второй части плаката, то есть средняя заработная плата выше, чем у среднепроизводительных предприятий. Это говорит о том, что фонд потребления у этих предприятий выше, чем фонд развития. То есть предприятия просто проедают свои оборотные средства, не заботясь о будущем. В целом, лишь около 40% занятых в экономике имеет заработную плату выше среднегородского уровня. Более 60% заняты в отраслях заработной платы ниже среднегородской. Вот увеличение количества высокопроизводительных видов экономической деятельности с высокой добавленной стоимостью является приоритетным направлением развития экономики. Лишь при этом, естественно, мы можем повысить благосостояние населения города Уфы. По результатам проведенного анализа выявлено 8 основных проблем. Они перечислены на слайде. Одна из них, вот мы считаем, является ключевой. Это сокращение доли промышленного производства в экономике. Ну, то, что сейчас в науке называют деиндустриализация. Факторами этого процесса являются высокий износ основных фондов, низкая инновационная активность, ну и, естественно, и недостаточная диверсифицированность структуры производства. Для решения этих проблем, в том числе мы говорим не только тех проблем, которые сейчас у нас имеются, и тех проблем, которые возникнут в будущем, определены 8 стратегических направлений экономического развития города.
Более подробно, учитывая, что долю отгруженной продукции, в доле отгруженной продукции промышленность занимает 75%, мы рассмотрим первое направление, которое иногда называют индустриальная модернизация, то есть реиндустриализация экономики. Уфа сегодня позиционируется как крупный промышленный центр Российской Федерации. Ну, естественно, промышленному производству быть. Но а вопрос, к какому производству? Безусловно, об этом говорят, что Уфе нужны новые технологии, экологически чистое производство. Вот понятие реиндустриализация включает в себя не только инновационное обновление существующих традиционных видов экономической деятельности, но и создание новых высокотехнологичных отраслей. Подтверждение правильности этого можно привести следующий факт. Вот Еврокомиссия уже в 2013 году поставила задачу возврат тех видов промышленности, которые они выводили за пределы производства в Европе, возврат их обратно. То есть есть с 13,5% до 20% в 2020 году. Именно вот этот план действия фактически позволит реализовать и решить проблемы, связанные с тем кризисом, который происходит в Европе. Стимулирование процесса реиндустриализации возможно с нашей точки зрения вот, в части реализации программы УФА промышленный и инновационный центр Уфимской агломерации. Цель программы – это содействие обновлению основных фондов и инновационное развитие приоритетных отраслей промышленного сектора. Вот одним из ключевых инструментов реализации являются кластерные технологии. В соответствии с отраслевыми приоритетами для Уфы целесообразна реализация кластерных проектов четвертого технологического уклада, в том числе импортозамещающих. Их названия перечислены на этом на слайде. В качестве примера приведен вот импортозамещающий фармацевтический кластер. Ядром такого кластера выступает промышленное предприятие. В качестве инфраструктуры выступает научное учреждение. Ими могут быть учреждения Уфимского научного центра, Академии Республики. Ну и, естественно, необходим образовательный образовательный сектор – это вузы города Уфы. Также в Уфе есть все предпосылки для создания кластеров 5 и 6 технологических укладов. Они будут ориентированы не только на внутренний рынок, но и обладают экспортным потенциалом. В их числе это информационно-коммуникационный кластер, биотехнологический кластер, ну, естественно, кластер наноматериалов и изделий из них. Пример такого кластера предлагается вашему вниманию. В отличие от предыдущего кластера четвертого технологического уклада, ядром выступает здесь научно-производственные комплексы, а промышленная среда уже является инфраструктурой кластера. Такие кластеры могут быть реализованы в рамках сейчас разрабатываемой башкирской технологической инициативы. В Уфе имеются компетенции в области технологий. Вот эти компетенции позволяют создавать и инновационные инфраструктуры. Например, Центр высокоточного машиностроения. Это проект Промышленной палаты Республики Башкортостан. Такой центр способен в кратчайшие сроки решить задачу подготовки производства и изготовления на современном оборудовании сложных деталей и узлов для любого предприятия, в том числе включая и оборонные предприятия. Другим примером использования технологических компетенций является производственно-технический комплекс «Технопарк Уфа». Одним из продуктов такого технопарка может быть производство турбин малых и средних гидроэлектростанций. Для Уфы также перспективна идея по созданию нефтегазового технополиса на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета.
совместно с нефтесервисным кластером республики, Академией наук и другими организациями. В настоящее время уже спроектирована площадка, а идея поддержана главой республики Башкортостан. В рамках Технополиуса предлагается создавать опытный производственный полигон по разработке и внедрению новейших технологий. Наличие ключевых знаний, уникальных технологий и квалифицированных кадров также позволяет создавать в Уфе другие инновационные инфраструктуры, в частности, медицинский кластер. На слайде представлены объекты, наиболее крупные объекты, вот эти три объекта общей стоимостью более 4 миллиардов могут быть основой этого медицинского кластера. Уважаемые участники форума, вот работая над формированием экономического блока стратегии, важное значение придавалось вопросу реализации. Говоря о стратегии, в том аспекте говорят, идея хороша, а как его воплотить? Был проведен анализ реализуемых и имеющихся инвестиционных проектов и идей. Их в Уфе порядка 70, только в Уфе. Общий объем более 500 миллиардов рублей. Перечислены наиболее крупные проекты, реализуемые на территории города. Первый проект – это создание и освоение производства двигателя 117С для самолетов Су-35. Инициатором проекта является УМПО. Еще один проект данного предприятия – это организация серийного производства вертолетных двигателей. Следующий проект – это реконструкция цехов открытого акционерного общества «Фармстандарт Уфа Вита», а также строительство цехов поливитаминного дрожжей и здание складского хозяйства этого же предприятия. Строительство корпуса по производству противогриппозных вакцин предлагает государственное унитарное предприятие «Иммунопрепарат». А вот строительство завода по производству терафталевой кислоты предлагает общество с ограниченной ответственностью «Руспетов». Но говоря о акционерной компании «Башнефть», необходимо отметить реконструкцию комплекса по производству ароматических углеводородов. Говоря о направлениях и самих проектах, важным аспектом является экономического развития пространственное размещение этих производительных сил. Его предлагается рассматривать с позиции формирования именно уфимской агломерации. Агломерация – это реальная возможность консолидировать ресурсы нескольких муниципалитетов для развития, упорядочить эти процессы маятниковой миграции, наладить статистический учет. Ядром агломерации является Уфа, естественно. А первый агломерационный пояс может формироваться из муниципальных образований с транспортной часовой доступностью, с максимальной маятниковой миграцией. Второй пояс – это муниципальное образование с полуторачасовой доступностью, это зона перспективного развития. Для создания агломерации как системы необходимо решить следующие задачи. Естественно, нужна эффективная управленческая конструкция, которая позволила перевести стихийные агломерационные процессы в управляемые. Например, в виде координационного совета. У города есть все условия, то есть и стратегия, есть и лидер для того, чтобы реализовать градостроительные проекты и пространственное планирование именно в этом аспекте. Такой подход обеспечит интегрированное комплексное развитие Уфы и нивелирует негативные агломерационные эффекты, то есть экологию, перенаселенность, проблемы жилья. Но она также позволит решить ту проблему, которая сегодня есть, развитие периферийных территорий агломерации, рабочие места, рост финансовой самостоятельности и ряд других. Уважаемые участники форума, напомню, что кроме реиндустриализации, нами предложено еще 7 перспективных направлений. Первое – это для привлечения развития и удержания высококвалифицированных кадров предложены две программы жилищного строительства –
Они направлены на развитие жилья эконом-класса, рынка арендного жилья, ну и, естественно, решающие вопросы сноса ветхого жилья. В целях обеспечения роста доходного потенциала города предлагается эффективная бюджетная политика. Вот, к сожалению, говоря о бюджетной самостоятельности, она действительно декларативно провозглашена, на практике не выполняется. Если посмотреть на данном слайде, приведено, что с 2007 года, с момента реализации ФЗ-131 по 2014 год, доля поступления налогов в бюджет города остается на прежнем уровне, на уровне 4%. Ну, в качестве примера можно привести следующее предложение. Вот если выровнять акцизы между уровнями бюджета, то Уфа могла бы получить 13,5 миллиардов рублей. Речь идет о следующем, то есть это больше половины собственных доходов города. Она сейчас где-то 22,5 миллиарда рублей. А за счет этого можно было бы реализовать ряд вот таких проектов. В рамках четвертого стратегического направления рассматривается задача корректировки инвестиционной стратегии. Вот, в целях повышения импортозамещения продовольственных товаров, насыщения потребительского рынка широким ассортиментом бытовых услуг и качественных товаров предлагается программа развития потребительского рынка. Естественно, значимый вклад в развитие Уфы вносят субъекты малого предпринимательства и среднего. Следующая стратегическая программа как раз направлена на повышение качества и эффективности функционирования этих структур, в том числе повышение их инновационной активности. Считаем также необходимым разрабатывать программу повышения использования потенциала внешней экономической деятельности города и развития международного сотрудничества. Ну а также вот, программы по созданию условий для масштабной капитализации туристского потенциала города. Вот с проведением мероприятий БРИКС и ШОС туристский потенциал Уфы существенно возрос. Содержательная структура этих программ в наших отчетах они приведена более детально. Ну и в заключение я хотел бы остановиться на методических аспектах. Если говорить о стратегическом планировании, то она рассматривает позиции программно-проектного подхода. А вот реализация стратегии, что немаловажно и существенно, она должна рассматриваться с проектно-ролевой идеологии, где должны быть четко прописаны следующие задачи: функции, роли, сроки и ресурсы реализации проектов. Ну, причем речь идет не только о стратегической декомпозиции стратегического уровня на тактические и оперативные уровни. Прогнозирование целевых показателей на период до 30 года нами рассматривалось на основе параметров прогноза Российской Федерации, Республики Башкортостан с учетом ретроспективных данных городов-миллионников. Ключевыми являлись темпы роста по следующей группе показателей: уровень жизни населения, потребление товаров и услуг, развитие малого и среднего предпринимательства. Ну а в качестве методологии была выбрана методология динамического прогнозирования. Ну, прогнозирование осуществлялось по двум общепринятым моделям, сценариям, базовой и оптимистичной. Нами было спрогнозировано развитие городов-миллионников. Именно такой подход позволил обеспечить вот сравнение города Уфы с темпами развития других городов и возможные стратегии в рамках выбранного типа, о котором уже говорили, или будет это догоняющее развитие, или же это будет опережающее развитие. Стратегия развития города, естественно, включает в себя много аспектов. Они взаимопересекаются, взаимодополняются и взаимозависят друг от друга. Они многогранны, многовариантны. Вам был представлен один из вариантов. Спасибо за терпение. Мне уже давно напоминает, что время мое истекло. Спасибо большое. Сейчас мы хотели, чтобы в дальнейшем, вот в течение, наверное, 20 последующих минут, мы построили работу таким образом. Я буду передавать слово экспертам, и
Я буду задавать вам вопрос, но, пожалуйста, вы тоже можете задавать вопросы к той концепции, которая была представлена. Первым я хочу передать слово Котову Дмитрию Валерьевичу. Дмитрий Валерьевич, мы знаем, что в течение последнего полугода вы тоже очень много работали над вопросами экономического развития, но на уровне региона. Скажите, пожалуйста, вот те выводы, которые получили вы, похоже, не похоже, в чем пересекается, в чем различие? И на самом деле вот тот, который был четко тут заявлен, курс на реиндустриализацию, действительно ли так развиваться Уфе, Республики Башкортостан? Да, спасибо, спасибо и здравствуйте, уважаемые коллеги. Да, Маша, но я, наверное, хочу начать не с того, похоже или нет, а как-то еще свежо выступление Дамира Хнафовича, вот некоторые моменты, которые, ну не то что противоречат, а входят в диссонанс, что ли, с формируемой стратегией республики. На них хочу остановиться. Получается, Уфа позиционируется как центр уфимской агломерации, да, и рассматривается в стратегии республики Уфа с прилегающими территориями как субрегион, но вот здесь возникает явный диссонанс, связанный с некоторым перетягиванием ресурсов, что ли. Со стороны республики мы смотрим на то, чтобы все территории республики развивались достаточно равномерно, и депрессивные районы, регионы, они у нас уже присутствуют. Если идти согласно этой стратегии, то Уфа, получится, будет вытягивать из районов в дальнейшем все и человеческие ресурсы, собственно, и перетягивать на себя все капиталы, мы получим продолжение вот этого диссонансного развития, когда Уфа будет становиться лидером, 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 а, собственно, все сельские районы, в общем-то, останутся в, ну, каком-то худшем положении. Этот момент в стратегии Уфы, может быть, и нужно учесть, но, с другой стороны, получается так, что стратегия республики, скорее всего, будет принята после стратегии Уфы, не пришлось бы это как-то корректировать, вот этот момент, он крайне важен. И второй момент, на котором хочу остановиться, это вопрос, связанный с тем, а кто же будет, собственно, реализовывать вот эти прекрасные новые проекты. Они во многом похожи на те проекты, которые уже предлагаются сейчас в республике, в частности, по кластерам. Вот фармацевтический кластер, да, мы пришли к тому же выводу. Затем кластер, связанный с машиностроением, безусловно, он должен быть. Но вопрос, он должен быть в Уфе или он будет распределенным? И вот в стратегии, в тех предложениях, которые вы озвучили, не совсем ясно. Если речь идет о приоритетных инвестиционных проектах, да, понятно, кто сейчас уже их реализует. А за чьи же деньги, собственно, будут инициироваться вот эти новые проекты? Только за государственный счет? Или в стратегии предусмотрен какой-то механизм привлечения инвесторов, чтобы появились предприятия, заинтересованные в этих проектах? Эти два момента не совсем понятны, но думаю, даже сейчас искать какой-то ответ вот так быстро, что это будут лучшие предприятия, наверное, и не нужно, пришедшие к нам. Но этот момент, мне кажется, тоже нужно учесть. В целом же, что касается представленного документа, то, как мне кажется, он очень хорошо и глубоко проработан, безусловно. И все выводы, которые здесь ясны по современному состоянию потенциалу республики, они очень хорошо коррелируются с выводами по состоянию Уфы. То есть, наоборот, Уфы и республики. Таким образом, можно сказать, что, наверное, вписывание тех проектов, которые здесь есть, в проекты развития, вот как раз сейчас начинается второй этап разработки стратегии республики, позволит выйти на хороший общий итоговый документ, где как раз не будет этих противоречий, связанных с перетягиванием кадровых и других ресурсов. Спасибо. Ну, я бы хотел ответить, с вашего разрешения. Во-первых, то, что вы говорите, что агломерация чему-то противоречит, агломерация, она не противоречит ничему, она уже есть. То есть она просто стихийно сформировалась, как бы, и не учитывать ее уже невозможно. То есть и я не думаю, что стратегия республики, если она не учтет это будет правильно. Я думаю. Ну и второе, то, что стратегия Уфы чуть раньше формируется, может, даже и неплохо, потому что это Уфа – это основа все равно и республики, и в экономическом, и во всех потенциалах. Поэтому я думаю, что то, что Уфа сделает какое-то предложение, и неплохо было бы ее предложение тоже учесть. А то, что перетягивание денег и ресурсов, ну, надо сказать, что не только ресурсы же перетягиваются, Уфа и дает, не только забирает, но и дает. То есть
если в Уфе 1 100 000 жителей, ну, еще где-то 100-200 заезжает ежедневно и выезжает, соответственно, эти люди здесь работают, получают рабочие места, получают деньги, здесь лечатся, здесь учатся их дети, здесь учатся, ходят в детский сад, учатся потом в вузах, то есть Уфа и возвращает тоже очень немало, поэтому тут надо, наверное, все равно вот эта агломерация, она должна быть как-то оформлена со временем. Вот эту идею мы просто показали. Это не значит, что мы вот говорим, что будет только так. Но, скорее всего, так будет. Спасибо. Следующий вопрос я хотела задать Александру Сергеевичу Пузанову. Александр Сергеевич, вот сейчас в позиции стратегии РБ есть вот этот момент, что Уфа не должна перетягивать канат. То есть Уфа слишком разовьется, а другие территории останутся депрессивными. Вот скажите, пожалуйста, так ли это опасно? Опасно ли это? Или, может быть, наоборот, это хорошо, и это в будущем только поможет Башкортостану развиваться? Нет, ну, не вдаваясь в теорию, просто исходя из здравого смысла, как можно желать Уфе не развиваться меньше, чем она могла бы развиваться, не реализовывать свой потенциал. В каждой территориальной системе, в том числе в Республике Башкортостан, должны быть точки роста. И Уфа, очевидно, такой точкой является. И задачей как раз республиканской стратегии, на мой взгляд, должна была бы, одной из задач должно было бы быть создание системы трансляции импульсов, которые дает развитие в таких точках роста. А Башкирия, кстати говоря, на фоне других регионов отличается достаточно таким равномерным распределением этих точек роста. Это не только один центр, как во многих других субъектах федерации. Но тем не менее Уфа лидер, очевидно, это понятно. Вот инструменты трансляции механизмов позитивного экономического роста на всю экономическую систему Башкортостана, это был бы, по-моему, один из возможных подходов к решению вот этого вот назревающего конфликта. Я не думаю, что он как бы носит деструктивный характер. Его можно обратить во благо. Дмитрий Валерьевич, хотите ли прокомментировать тоже по итогам вот эту мысль? Я хочу согласиться, что, в общем-то, трансляция импульсов – это механизм, чтобы не было перетягивания ресурсов. Может быть, есть и другие механизмы создания цепочек, создания добавленной стоимости, где Уфа выступает таким ключевым элементом, где добавляется, допустим, инновационный компонент. При этом другие регионы выступают как поставщики сырья, может быть, поставщики каких-то других ресурсов. Это тоже инструмент. Нужно искать инструменты. Просто вот хорошо, что мы сейчас начали об этом говорить, и я думаю, что мы такие инструменты найдем, безусловно. Можно тогда продолжить дискуссию и вернуться как бы не только на вопрос, заданный мне, ответить, а как-то отнестись, собственно, к представленной стратегии и потом вернуться к этому вопросу. Мне кажется, что вот одно из... Вообще документ, он по форме, по исходному формату достаточно традиционный, но для традиционного документа он проработан и выстроен, на мой взгляд, вот потому что представлено очень глубоко и качественно. Но ключевая точка, о которой я говорил на прошлом заседании, она пропущена или смазана. А это должно быть как раз в фокусе обсуждения. Это вопрос реиндустриализации и диверсификации. Да? То есть как бы по умолчанию как бы представлено, что реиндустриализация – это хорошо. Да? Это один из возможных вариантов, но у него есть плюсы и минусы. Это точка стратегического выбора. Не очень понятно, как она связана с диверсификацией, потому что вы же отмечаете тенденцию нарастания зависимости от одного сектора экономики, нефтегазового в данном случае, в городе Уфе. Она не очень понятна, как связана с вопросом выноса предприятий, когда вы говорили об агломерации в прилегающие районы и территории. Может быть, здесь как раз искать тоже точку равновесия во взаимоотношениях с регионом. Наоборот, не как-то скорректировать позицию по реиндустриализации, рассматривать ее в более широком контексте, а замещать выносимые там
предприятия, которые могут работать более эффективно, может быть, на других территориях, замещать как раз отраслями высокотехнологичного уклада и отраслями третичного, четвертичного сектора экономики, бизнес, финансовых услуг и так далее и тому подобное. Хотелось еще, Юрий Леонидович, ваше мнение узнать по поводу реиндустриализации для Уфы. Ну, мне кажется, что дискуссия вот, значит, о том, что вперед, курица или яйцо, примерно так. К сожалению, мы на сегодня процессами не управляем, происходящими в развитии города Уфы. И вот попытка сделать эту стратегию как раз говорит о том, что нужно этой стратегией заниматься, это однозначно плюс. Потому что именно от этого будет зависеть в градостроительных планах отведение каких-то территорий, какой-то инфраструктуры для развития там, как дальнейшего. В Уфе огромное количество мест и там, инфраструктура непригодных для жилья, но они же есть. Что там нам нужно делать? Значит, нужно исходить из тех реалий, которые мы имеем. Ну, я считаю, что стратегический выбор Уфы – это высокие технологии, и неважно в каких отраслях. Вот высокие технологии, мы конкурентоспособны сейчас и однозначно должны быть конкурентоспособны в будущем. То, что касается отношений агломерации уфимской и планов развития региона, этот конфликт был, есть и будет всегда. Это жизнь, и это все равно, что в какой-то семье подрастает молодое поколение, и мы с вами в коде ДНК не запланируем его поведение. У него появятся новые возможности или новые желания, и он будет делать так, как он считает нужным. Поэтому стратегически, принципиально, вот, на мой взгляд, в планах развития города должны быть определены направления экономики, которые надо развивать, территории, которые нужно внутри называть. Какая-то территория – это территория для жизни, и туда не нужно ни в коем случае больше пускать никаких там производств. А какая-то территория там, ну, вокруг наших нефтезаводов, куда мы эту территорию денем? Нужно превращать в технологии или в территории высоких технологий. Если говорить о позиционировании сегодняшнем Уфы, я абсолютно согласен с докладом института, четко сказано, мы сегодня лидеры там-то, там-то. Но по ощущениям мы к 30-му году можем потерять кучу этих, ну так скажем, компетенций. Надо развивать, развивать. Развить можно только через развитие человеческого потенциала, создать ситуацию, чтобы к нам хотели с этими технологиями идти. Слава Богу, сегодня к нам хотят идти. Если, например, встает вопрос, а где организовать какое-то высокотехнологичное производство, то из всех регионов, ну там, из 10, наверное, самых сильных регионов, мы где-то всегда находимся первое, второе, третье место. Учитывая, что еще тот климат инвестиционный или климат отношению к инвесторам, которые сейчас в республике, мы, наверное, вообще первые, вторые. Поэтому спорить-то ни о чем. Стратегия нужна однозначно. Дальше нужно все наши плюсы и минусы. Ну, так сложилось, что город Уфа находится как бы на полуострове. Это уже к чему-то нас толкает? Толкает. Так сложилось, что у нас здесь отличная школа, лучшая школа высоких технологий в переработке нефти и газа, нефтегазовое машиностроение и авиационное машиностроение. Ну, ясно, что через 30 лет, может быть, воевать уже не будем там или еще что-то, и нужно будет УМПО перестраивать в какую-то другую ситуацию. Причем оно само будет перестраиваться, от нас же это не зависит. Давайте мы сейчас по УМПО поставим план уйти в гражданскую авиацию. Над нами посмеются, и все. Наша задача – это создать ситуацию для человеческого потенциала, для роста человеческого потенциала, в том числе вот, ну, как бы нашей компетенции в высоких технологиях. Почему сейчас у нас молодежь, все ребята уезжают? Ну, не все, а очень много. Почему уезжают из Уфы? Почему уезжают в другие места? Профукали, я извиняюсь, в свое время, значит, Государственный научно-исследовательский университет. Это плохо? Плохо. Но, может быть, в этом и плюс есть. Потому что, как показывает практика, не работает ни черта эта технология в других местах. Значит, надо что-то новое придумать. Появилась идея сейчас полиса. Что такое полис? Это не нефтегазовый какой-то институт, там, нефтегазовый полис. Это не авиационный.
это вообще город Уфа, он сам по себе полис. Давайте создавать инфраструктуру, кампусы для ребят молодых, чтобы они там жили, никуда уезжать не хотели. Это в силах наших? Это в силах. Выделить инфраструктуру, придумать механизмы финансирования, чтобы они не уезжали. Дальше давайте попробуем соединить работодателей с высшей школой, чтобы они друг другу помогали, чтобы не, и хотелось здесь работать и учиться. Сегодня же уже там авиационный университет, но извините, он давно не тот университет, который был. Нефтяной не знаю, не специалист. Но и вот таких вот проблем у нас очень много. Они такие на кончиках пальцев, как называется. Но и как мне кажется, и те правы, но стратегию надо рисовать. И 50% усилий и времени любого руководителя, который посажен или там выбран государством на это место, должно быть направлено на развитие стратегии. Вот это вот мой такой спич в сторону того, что все правильно делается, правильно что делает. Я, если вот была бы задача, я бы мог вот этот разбить доклад по нюансам там. Ну, много чего могу сказать. Это не так, это не так. Но в принципе стратегически абсолютно правильная задача. Я извиняюсь, вот просто я сейчас через какое-то время должен уехать. Но вот тоже иллюстрация. Сейчас будет совещание в 15.00 в правительстве или у главы, в администрации главы. И будет обсуждаться вопрос проведения здесь мероприятия «Газпрома», так называемое, ну, типа спартакиада «Газпрома». Так вот, там бюджет общий, больше 100 миллионов дает «Газпром» на то, чтобы сюда приедут все «Газпромовцы», будут проводить соревнования, там, спортивные, там, еще какие-то дела. И вот одна из вещей, иллюстрирующих, что дает нам то, что мы уже создали. Мы провели ШОСы БРИКС, к нам теперь едут и знают, что мы с этим делом справимся. У нас есть инфраструктура. Так вот, мы сегодня с вами не знаем даже, что будет через год с точки зрения вот, изменения ситуации вокруг нас. И мы, если будем пытаться это все время в какие-то там рамки загнать, у нас не получится. А вот стратегически мы должны определиться. Я просто призываю всех к тому, чтобы не мыслить мелкими категориями, а мыслить крупными категориями. Большое спасибо. Обращаемся к залу. Есть ли у вас комментарии по докладу, который прозвучал? Есть ли вопросы? Пожалуйста, задавайте. У нас есть на это около 10 минут. Вот, у меня вопрос к планированию экономики в Уфе с учетом исландских финансов. У меня вопрос вот, по планированию экономики бизнеса, инвестиций Уфы с учетом исландских финансов. Вот, допустим, Татарстан, Казань готовят выпуск Сукук, уже подготовил документы на 1 миллиард долларов размещения в Персидском заливе. Но пока там что-то по законам РФ не проходит, но почему-то у нас вот такие вот где-то ну, 60 миллиардов рублей программы, это Сукук, это акции на строительство. Вот такие программы почему-то у нас не разрабатываются. Вот у нас приходят, каждый месяц сюда приходят эти вот арабские, исламские инвесторы, Индонезия, там, Малайзия, Филиппины, дают нам какие-то деньги, и мы не можем их вот, запустить, это, ввести вот, в оборот Уфы, потому что там какие-то ну, сложности, там, торгово-промышленная палата там возникает, какие-то вот, министерства промышленности там не могут их уговорить. Вот они теряются. В принципе, у нас огромный рынок по инвестициям с исламскими банками, а здесь вот программа Института экономики практически не прозвучала. Это вопрос или предложение, даже трудно сказать. Да, предложение. Ну, хорошо, про исламские деньги мы очень каждый год слышим, да, действительно, наверное, такие ресурсы есть, возможно, они хотят в Уфу прийти, но вопрос здесь в чем? 90% инвестиций у нас частные, государственные 10, вот соотношение такое. Государству эти деньги не то, что не нужны, мы их не сможем взять, потому что есть законодательство, которое разрешает определенные формы заимствования, которые им не подходят. Ну, сами знаете почему, они работают через доли, не работают через проценты. Банковская сфера их принять тоже не может пока, в связи с тем, что у нас законодательство не позволяет.
Остаются только частные инвесторы, которые здесь работают. Им никто не запрещает эти деньги брать в уставный капитал и заниматься. Почему они не приходят, ну, надо изучать. Добавить можно. Когда речь идет о стратегии, речь идет о трех источниках финансирования, плюс четвертый. Три – это федеральный, республиканский, муниципальный. Ну и четвертый, естественно, вот частные инвестиции. Поэтому, кстати, в законе ФЗ-131 о местном самоуправлении абсолютно нет обязательств по отношению к тем вопросам, о которых мы говорим. Оказать, создать условия, оказать содействие, создать условия. Но вот стратегия как документ, определяющий направление, перспективы, именно которые показывают хозяйствующим субъектам, что будут созданы условия на региональном уровне налоговой льготы, вплоть на городском, вот преференции по территориальному размещению производительных сил и так далее. То есть это вот действительно согласованный документ всех уровней должен быть. С источником финансирования. Зачем финансировать хозяйствующего субъекта? Это его проблема, его задачи. Но они должны быть, работать на благо города, потому что они же пользуются благами города. Дамир Ахнапович, вот у Дениса Гаврилова также есть вопросы к вашему докладу. Пожалуйста, Денис. Коллеги, форум называется «Стратегия в действии». Сегодня бы хотелось поговорить не о тех планах, которые вот мы можем придумать, о реальных инструментах для того, чтобы это реализовать. Мы же вроде бы про это стали собираться. И, собственно, вы хорошо сказали про кластеры как инструменты реализации, ну, вроде бы понятно, но, с другой стороны, понятно, для чего кластеры городу, но совершенно непонятно, для чего город кластером. Вы сказали, что провели огромную работу в... Ну, вот, я так понимаю, что вы исследовали конкретные предприятия Уфы. Есть ли у вас обратная связь? Нужны ли им кластеры? Это первый вопрос. Второй вопрос. Является ли город субъектом экономической деятельности как таковой? Как город может повлиять на конкретные бизнес-проекты? Вот все ваши цифры, это ведь не про город. Это про предприятия, про организации, которые зарабатывают деньги. А где здесь город? Вы мне можете, вот, или вы нам можете как бы, вот, приоткрыть это вот, ваше видение? Вопрос понятен. Есть разные модели экономического развития. На данный момент, если говорить, кстати, если кто-то вот стратегический форум в Санкт-Петербурге проходил, до этого проходили разные форумы, вот сейчас двигателем экономики являются агломерации. Не виды экономической деятельности, не отрасли, а агломерации. Агломерация является двигателем экономики. Поэтому говорить о... А причем говорить о развитии вообще города, который фактически является вот центром агломерации, точкой притяжения, точкой роста, я думаю, не имеет смысла. Второй вопрос. Роль и значение городских финансов – это одно. Роль и значение города, городской власти в оказании и указании тут, вот, того, ну как говорят, пути стратегического, это существенно и важно, что стратегия как раз определяет направление. Теперь о кластерах. Возможно, есть другие формы. Есть два общеизвестных механизма создания кластеров. По инициативе снизу есть механизм и сверху. Так вот, иногда бывает о том, что есть все условия, это совокупность объектов и так далее, они почему-то они не складываются. И второе. Вроде есть всякие препятствия, все получается. Вот понимаете, я уже не буду здесь говорить о дискуссии, о создании возможностей. Здесь нужно применять все. Предложен был один из механизмов вот как раз активизации экономической деятельности в рамках, на ту перспективу, о которой мы говорим 15 лет, это именно реиндустриализация. Использовать тот потенциал, мы выявили потенциал, мы показали потенциал, те компетенции, которые у нас есть. В ближайшие 15 лет ничего другого мы не приобретем. Так вопрос, главное не потерять то, что есть. Ну и, естественно, нацеливаться на следующий
технологический уклад 5-6, это новый как раз опыт. Россия опоздала на 50 лет по разработке этих видов. Весь мир уже идет в другом аспекте. Этот вопрос очень важен, поэтому мы хотели бы обратиться ко всем участникам круглого стола, дать ответ. Ильдар Финатович, ваше мнение также важно. Вот действительно, а какая роль города в развитии кластера? Ну, роль города, как уже сказали, это прежде всего создать условия. То есть, во-первых, это территория. Территория, которая обеспечена всеми сетями инженерными, трудовыми ресурсами, дорогами. Вот эта сфера, ну, сфера ответственности города, она определена. Она определена 131 ФЗ, там все прописано. То есть у нас обязательств выше крыши. Не всегда хватает денег, может быть, но более-менее хорошо это мы делаем. А остальное это бизнес, то есть он должен найти ресурсы, он должен сделать бизнес-план, он должен развивать свою отрасль. Почему мы пока мало назвали кластеров? Мы могли назвать, ну, их сотни видов существует в мире, но мы назвали только те, которые уже имеют здесь корни. То есть есть что развивать, мы не предлагаем вообще с нуля создавать. То есть 15 лет это, наверное, и мало для того, чтобы создать с нуля что-то. Мы предлагаем вокруг крупных предприятий, которые у нас есть, создавать очень много малых, средних, которые бы в общей технологической цепочке занимались бы примерно одним делом, как бы. Ну, допустим, крупнотоннажная химия, малотоннажная химия там, и другие примеры. Либо были поставщиками этого предприятия, либо потребителями этого сырья. То есть это должна быть технологическая цепочка на одной территории. Вот идея-то наша в том, что сейчас все очень сильно раскидано по городу, и все-таки под промышленное производство земли выделяются по остаточному принципу. Обычно в городе диктуют девелоперы, строители, которые занимают лучшие места, как бы, и даже зачастую даже в социальной сфере не остается иногда территории, где школу поставить или детский сад, не говоря уже о промышленных. Соответственно, мы предлагаем вот промышленные зоны определить и туда жилье не двигать, как бы, как сказать, чтобы они не пересекали и не мешали друг другу, чтобы потом не приходилось миллиарды рублей тратить для того, чтобы вынести это производство. И вот для этого как раз нужно и рассматривать в связи с агломерацией. То есть возможно, что многие производства не надо в Уфе размещать, надо размещать там в пригородах Уфы. Ну, у меня есть еще один вопрос. Вот вы на одном слайде, я увидел, написано «Управляемая уфимская агломерация». А кто управляет и чем? Ведь в логике кластеров бизнес объединяет усилия, и государство или муниципалитет только добавляет, ну, свою часть в эти совместные усилия. А в вашей схеме есть ощущение, что вы пытаетесь выстроить систему управления, в том числе частным бизнесом. Не видите ли вы в этом противоречия? Наверное, мне не так четко удалось. Не надо путать две вещи – управление кластером и управление агломерацией. Эти две вещи четко разнесены. Для управления что такое агломерация? Это совокупность муниципальных образований. Они могут на договорной основе, ассоциации. Пример, пожалуйста, реализуется, это Челябинская агломерация. Поэтому оговорить о кластер – это другая форма. Это совокупность хозяйствующих субъектов и не имеет отношения к системе управления агломерацией. Вот именно система управления агломерацией – это прерогатива муниципалитетов. Сейчас ФЗ 131 запрещает. Они не могут совместно скоординировать, сгруппировать свои финансы. Они разделены для интегрированных проектов. Говоря об интеграции, интегративном развитии, о которой говорилось в первой части, нужен механизм, в первую очередь механизм юридический. Вот это и есть как раз вот первая часть, которую создает. Пожалуйста, да. Для координации нужен совет. Координационный, он может быть в виде ассоциации, договорную форму и ряд других форм, которые позволяет законодательство российское.
Ну, собственно, это понятно, но просто получается два контура управления. Вот вы смотрите, вы ставите задачи по развитию экономики города, но не управляете экономикой города, потому что экономикой города реально управляют кластеры. Это два разных контура управления, вот поэтому и вопрос. То есть вот понятно, что соединили в некую общую логику муниципалитеты, которые пытаются там что-то, значит, управлять всей агломерацией. Ну, а вот второй контур экономический, я вас спрашиваю, по вашим же цифрам 4% налоговых отчислений всего попадает в город. То есть у города нет ресурсов для того, чтобы развивать, ну, те же, например, кластерные проекты. То есть где ресурсы и какой контур управления? Может быть, пересмотреть вообще в корне всю систему управления и себе честно признаться, что город не управляет экономикой. Ну, он может встроиться в существующие сети, в существующие контуры управления, но никак не заниматься экономической вот этой вот деятельностью. И это очень важный вопрос, поэтому мы просим всех его прокомментировать. Да, я сейчас только скажу, вот в части того, вы представили, я констатирую факт. ФСЗ 131 и налоговое бюджетное законодательство, на основании которого не только УФА, городской округ муниципалитета получает 4%. Это принцип распределения налогов, законодательно утвержденный. И второе, то, что вы говорите, не путайте две вещи. Муниципальный бюджет и развитие кластеров, хозяйствующие субъекты, находящиеся на территории муниципального образования. Об этом четко сказали. Вот развитие объектов хозяйствующих субъекта – это задача хозяйствующих субъекта. Это внебюджетные средства, если были, город направил. Но это не за счет бюджетных средств государственного бюджета и не за счет муниципального бюджета. Вот речь о чем идет. Это за счет бюджета хозяйствующих субъектов, это их проблемы. Прибыль получают они. Так, собственно, об этом и речь, что хозяйствующие субъекты и являются акторами экономической деятельности города или там агломерации или еще чего-то. И управлять этим город не может. Вот мой как бы главный тезис. Мы хотелось бы его и обсудить. Мы предлагаем управлять экономическими агентами. Мы предлагаем... Из вашей презентации, собственно, ну вот можно догадаться об этом, что вот вы показали точки роста экономических субъектов, а потом заявили о том, что вот мы придумали некие кластеры, и они-то, дескать, и будут локомотивом экономики. И у меня вопрос, а роль города в этой экономической деятельности, что город может привнести? Для меня вот очевидно, что точно не система управления, потому что будет неэффективно. Если прошу прокомментировать, Дмитрий Валерьевич, у вас было... Потому что вопрос-то в чем? Вот на самом деле, тут немножко спор. Мы думаем, что мы не управляем экономикой, и многие об этом говорят. То есть город не может управлять экономикой. А что он тогда должен делать в своей экономической стратегии? Очень правильный спор, очень правильный, очень актуальный. То есть этот спор уже много лет продолжается, и он связан с тем, а какая у нас экономика-то, рыночная или не рыночная, в общем-то. Ну, возвращаемся к общепонятным основам. А в той экономике, которая у нас сейчас, ценность, вот эта добавленная стоимость, которая потом и делится, и распределяется, она, конечно, создается в предприятии. И, соответственно, кластерам, другим механизмам город может привлечь, то есть у него какой-то инструмент, когда хозяйствующий субъект может увидеть вот эту конфетку в виде какого-то инструмента, где добавленная стоимость по его производству будет больше именно вот в этом месте, именно в этом кластере. Поэтому говорить, что у города совсем нет инструментов регулирования, это неверно. Они есть, эти инструменты регулирования. То есть можно привлекать хозяйствующие субъекты через инструменты, позволяющие им повышать свою добавленную стоимость, безусловно, это можно делать. Для этого есть и ресурсы, и земля, безусловно, и преференции в инвестициях. Кроме этого, через кластеры можно привлекать федеральные деньги. Очень активно сейчас идет вопрос о белых списках кластеров, там желтых списках кластеров. То есть как привлечь федеральные деньги? Конечно, нужна структура. Нужен кластер, нужно показать, что там есть система управления. Тогда хозяйствующий субъект увидит для себя возможность увеличения нормы прибыли, если он войдет в этот кластер. Он это сделает. Дальше, пусть даже при тех же самых 4%, общая масса
добавленной стоимости, создаваемой в городе, будет больше, и, соответственно, 4% будут давать больше в бюджет города. То есть, да, инструменты не те идеальные, когда каждому можно было бы сказать, куда идти, это может быть и хорошо, с другой стороны, это плохо, но этих инструментов может быть и достаточно. Поэтому кластерные инициативы, в принципе, я поддерживаю, безусловно. Нужно говорить только о детальной проработке, как этот кластер будет работать. Вот это еще, к сожалению, во многом в зачаточном состоянии. Ну, все мы знаем объявленные лет 5 назад в республике проекты лесного кластера, туристического кластера, они не получились. Да, кластер малотоннажной нефтехимии, он работает, потому что туда привлечены федеральные деньги, потому что там есть реальные интересы. И то эти реальные интересы не совсем то, что объявлялось в начале, что ли, развития этих кластеров. Если город этим будет заниматься, очень хорошо, безусловно, но на инструменты нужно обратить особое внимание. Здесь я поддерживаю, в общем-то, двух спорящих наших коллег. Коллеги, не то, что я такой упорный там и так далее, да, но вот если честно, сегодня из сегодняшнего нашего такого обсуждения хочется выйти с четким пониманием инструментов. Вы назвали, по-моему, там 3-4 федеральные деньги по пилотным кластерам, некие преференции в инвестициях, я не понимаю, что это такое у города, и земля. Ну, наверное, все, что есть у города, это земля. И то, если мы посмотрим, наверное, я не знаю, как у Уфе, наверное, также вот там в моем городе, там в ваших городах, земли у города практически нет. То есть эта земля вся уже либо частная, либо там в аренду, там или еще что-то. То есть и в этом вопрос, а чем управляет город? Чем он может сделать некий вклад в кластерную логику? И, собственно, вот это главный сущностный вопрос, потому что федеральных денег на это сейчас ну не так много, давайте честно признаем. И, может быть, мы сейчас подумаем, ну что вот реально может город сделать? Ну, у меня есть гипотеза одна, там связана с этим вот человеческим капиталом. Сегодня там много было сказано, может быть, мы еще пообсуждаем эту историю. Если у коллег есть что высказать, ну, может быть, еще какие-то инструменты есть у нас? Ну, надо сказать, что действительно вы правы, что прямое управление экономикой сейчас практически невозможно в связи с тем, что есть множество частных собственников, которые владеют и землей, и средствами производства, и предприятиями. И даже есть проблема с тем, что многие собственники не живут в Уфе. То есть их не всегда и найдешь, и пригласишь, как говорится. Здесь вот как раз идет переход от административно-командной системы к нормальному взаимодействию с бизнесом. Оно должно быть построено, без этого невозможно, как бы. Но вы когда говорите, ой, у нас невозможно управлять, я не соглашусь, потому что, ну, допустим, в развитых странах, там в Америке, допустим, там вообще все частное, там государственного вообще ничего нет. Даже есть города в Европе, у которых администрации сидят в арендованных зданиях. То есть у них вообще ничего нет. Но есть основные ресурсы какие-то, ну, то, что законодательством установлено, это бюджет. Это немаловажный фактор, все-таки 25 миллиардов рублей – это не маленькая сумма. Второе – это есть, действительно сказали, уже возможность привлекать республиканские федеральные деньги. Есть имущество городское в виде там помещения, через которое оно может поддерживать отдельные бизнесы, но это малый и средний, как правило, бизнес. И есть еще земля, ну, земли в Уфе достаточно много государственной. Так сложилось, что рынок земли у нас развитие сдерживалось, и поэтому у нас земельных ресурсов в основном земля государственная. Она в аренде. То есть здесь мы можем регулировать через выкуп земли, через кадастровую стоимость и вот эти вещи. Ну и, конечно, должна быть форма соглашения. То есть с основными крупными средними предприятиями мы заключаем соглашение о сотрудничестве, где прописываем, как мы будем взаимодействовать. То есть они нам предоставляют, допустим, данные для прогноза социально-экономического развития, в том числе для стратегии, хотя не обязаны, но представляют. Есть помощь бизнеса в том, что он нам помогает там детские площадки, различные мероприятия провести и прочее. А чем мы можем помочь? Мы можем помочь, допустим, в подключении к сетям. То есть, если, допустим, создать более близкую возможность подключения по времени. Каким образом? Через инвест-программы. То есть
Вот говорят, да, мы не владеем, допустим, Башкирэнерго или там каким-нибудь там БашРТС, но мы утверждаем ему инвест-программу. То есть мы можем ее утвердить, можем не утвердить, можем порекомендовать объекты включить, какие нам требуются. Вот, вот таких косвенных инструментов управления, их много. Но те города, которые не хотят этим заниматься, они их не видят, как бы. А передовые города, они эти инструменты, вот, их немного, но они их находят и их используют. И вот это отличает, наверное, города-лидеры от городов-нелидеров как раз. А вот стратегия, она, может быть, поможет как раз в этом, чтобы их почетче определить, действительно, вы правы. И, ну, как-то их показать обществу тоже, не только чиновнику, но и обществу, чтобы все люди понимали, что вот, вот так происходит управление. Если... Маша, можно еще? Сегодня мы услышали вот основные направления стратегического развития, то, что нам представил Дамир Ахнафович. Весь сейчас вот та дискуссия, которая разгорелась, на мой взгляд, она идет уже о механизмах реализации того, что было предложено. Значит, в докладе у Дамира Ахнафовича было, значит, предложено как механизм реализации различных стратегических направлений через стратегические программы. Я понимаю, что время сегодня ограничено, и, может быть, просто до нас не была доведена вся информация, вот та информация, которая как раз содержится в стратегических программах. Вот, Дамир Ахнамович, вопрос к вам. Насколько на сегодня проработаны стратегические программы, которые позволяют как раз и понять механизм реализации стратегии? Ответить на вопрос, как раз возможно через механизм реализации. А вот это сейчас... у нас стратегические программы плюс муниципальные программы. То есть... Вот говоря о стратегии, сейчас стратегию надо четко разделить на ту часть, о которой говорится, как обычно, целеполагание, и вторая планирование деятельности. Их надо, вот как раз их и надо сейчас прорабатывать, детализировать, конкретизировать, чтобы четко знали, ответили на вопросы. Источники ресурсов, целевые задачи, сроки исполнения, ответственные исполнители и так далее. Это будет уже следующий этап. После того, как сама стратегические цели принимаются, и уже будут разрабатываться программы для реализации. Я еще раз повторяю, это уже этап стратегического планирования. В нем механизмы могут быть как раз вот, разного рода, включая вот, принятый закон о частно-государственном партнерстве и те механизмы, о которых говорили, и в каждой программе будет прописывать вот, программно-проектный подход, как раз предусматривать конкретные программы как совокупность реальных проектов. А что такое проект? Сроки исполнения, его бюджетная эффективность, экономическая эффективность, источники финансирования, сроки исполнения и так далее. Мы действительно часто впадаем в одну из двух крайностей, говоря, что либо мы можем спрогнозировать, как у нас будет развиваться экономика на несколько десятков лет вперед, какие у нас будут кластеры, какие будут производства развиваться, либо что мы вообще ничем не управляем. Ну, достаточно быстро здравый смысл возобладает, и мы понимаем, что да, какой-то мы можем в какой-то степени влиять. И здесь, мне кажется, я хотел обратить внимание вот скорее на две части вот этого экономического развития, которые требуют разных механизмов. Первое – это экономическая политика в отношении того бизнеса, который уже есть на территории города, либо который придет на территорию города в любом случае, потому что здесь есть платежеспособный спрос, совершенно очевидный. Да? Не надо привлекать девелоперов на территорию города, пока здесь есть платежеспособный спрос на жилье. Они есть, они здесь, они строят и будут строить. Не надо привлекать там особыми способами там, торговые сети, банки. На это есть спрос, да, и здесь, но все равно город здесь может проводить определенную политику, и помимо вот политики подключения к сетям, политики там преференции в административном сопровождении, это, конечно, в целом градостроительная политика города. Здесь мы как раз возвращаемся и связываем
вот экономическую, стратегию социально-экономическую и стратегию пространственного развития, о которой мы больше говорили в начале. Но есть и второй тип экономического развития, второй тип инвестиций, которые называют по-английски contestable. Инвестиции, за которые город борется, которые ему не гарантированы, которые придут либо там, в Москву, либо в Сингапур, либо в Уфу. И здесь другие могут быть механизмы. Здесь тоже важное значение имеет там, качество там, градостроительной документации, которую каждый инвестор смотрит. Но здесь возникают действительно вопросы инвестиций в человеческий капитал. Ну, допустим, к 30-му году все должны в совершенстве владеть английским языком, потому что мы хотим и так далее. И здесь высокая начинает играть гораздо большую роль там маркетинговая деятельность, продвижение города по целевым аудиториям, которые город себе определил. И в связи с этим последнее замечание по выявлению перспективных точек роста, перспективных кластеров и, соответственно, концентрация на них какого-то внимания, мы, по крайней мере, в презентованной стратегии, Уфа сравнивает себя с другими городами на этапе вот, динамика за предыдущий период, сильные точки в настоящий момент, но, мне кажется, надо еще учесть, что другие ваши города-конкуренты тоже планируют себе, если не нефтехимические, то, по крайней мере, уж фармацевтические кластеры и кластеры нанотехнологий планируют в своих стратегиях большинство из них. И надо посмотреть конкурентные преимущества еще и в этом, на этой стадии. В частности, я знаю, недавно Москва проводила исследование, заказывала по определению приоритетных точек для привлечения прямых иностранных инвестиций. Очень узкий, четкий сегмент, она его определила, и она будет, и там точно есть фармацевтический кластер, и она точно будет всей своей мощью там с вами конкурировать. Спасибо. Большое. Еще Александр Сергеевич. У нас осталось немножко времени, и у нас есть еще комментарий из зала. Лилия Чанышева, представитель уфимского офиса компании Deloitte. Всем здравствуйте. Мне очень радостно здесь присутствовать. Почему? Потому что я как раз-таки один из представителей того поколения, которые в свое время уехали из Уфы, еще в далеком 2001 году. И спустя 12 лет я таки вернулась сюда, именно потому, что мне стало интересно вкладывать свои усилия в развитие региона и города. И что я хотела сказать по поводу сегодняшней темы. Наша компания в том числе также занимается разработкой стратегии инвестиционной, и мы уже делали много таких работ для российских регионов, и в том числе и за рубежом. Я бы выделила два основных направления инвестиционной стратегии. Это так называемая стратегия push и pull. Pull – это создание условий, привлекательных условий для инвесторов. И то, что мы сегодня обсуждали, это как раз-таки больше относится к этой части направления стратегии. Но я бы хотела также обратить внимание и на такое направление, как разработка инвестиционных возможностей и формирование перечня инвестиционных проектов, а также пула потенциальных инвесторов, с которыми регион и город может активно взаимодействовать. Вот в рамках одного из таких проектов для одного из регионов мы разработали 100 таких инвестиционных возможностей, определили 100 потенциальных инвесторов и специальное коммуникационное сообщение для них, чтобы продвигать эти проекты для них и привлекать их как в город, так и в регион. Я бы хотела также очень участвовать в разработке инвестиционной стратегии и города, и республики, и буду благодарна, если нас пригласят также в этот проект, когда он начнется. Спасибо. Еще один комментарий. Спасибо. Радик Азизович Софиуллин. Доктор географических наук, заведующий кафедрой экономической географии БШГУ. Я с удовольствием приветствую принятие, обсуждение, точнее, стратегии развития города. Но хотел бы сказать об объективных
проблемах, которые есть в реализации этой стратегии, и они, прежде всего, должны быть учтены администрацией города. Я пока этого вот не видел, и не в части стратегии экономического развития. Значит, прежде всего, если я думаю, что мне на следующем продолжении еще дадут слово, у меня есть доклад подготовлен. Значит, есть проблема. Первое, это, во-первых, та геодемографическая ситуация, которая сложилась в республике и в городе. Значит, по нашим прогнозам, которые мы сделали по динамике и численности населения и городской, и сельской местности, и Уфы в том числе, до 30-го года, значит, без учета миграционных, если мы исключаем миграционные процессы, население по самому оптимистичному варианту останется от сегодняшнего 1 миллиона 97 по данным 2014 года, останется примерно 850. По самому пессимистическому 650. Следующая сессия, будем обсуждать. Будем, но я вот это сейчас говорю администрации, потому что все вопросы экономического развития связаны объективно с тем, какое население здесь есть. Это формирует трудовые ресурсы. Значит, если это одна сторона вопроса, понимаете, люди будут умирать, потому что население уходит многочисленное в пенсионном возрасте и будет умирать. Идет замена, им новое жилье. Не увидел, что нужно развивать жилищно-строительный кластер. Москва решает следующая эту проблему сессия. Очень быстро. Москва прирастила территорию в полтора раза. Это все пролоббировали строительные компании московские, конечно. Они обеспечены сейчас на лет 30 в дальнейшем развитии. Вторая проблема. Вторая проблема — прогнозы опять теперь от этого населения. Мы делаем прогноз трудовых ресурсов. В республике к 2021 году сокращение трудовых ресурсов составит 338 тысяч человек. И только в городе Уфе 118 тысяч человек. Как эта проблема будет решаться? Все экономические программы связаны с тем, что объективно есть реальное количество трудовых ресурсов. Сразу возникают проблемы. Да, мы можем рассчитывать на другие территории. Это высасывание, в первую очередь, средних, малых городов, а потом уже сельских районов. Мы и так их обескровили, там уже остаются в основном пенсионеры. Да? Это очень большая проблема. Тот разрыв, который будет, это тоже большая проблема для бизнеса. Простите, что я вас прерываю, но у нас это тема следующей сессии. А сегодня мы хотели бы завершить. И вот последнее слово я передаю Денису Гаврилову. Маша, можно прокомментировать буквально? Ольга Павловна, простите, давайте. Значит, мы тоже составляли прогноз социально-экономического развития, где мы прогнозировали, значит, численность населения. Ну, поскольку здесь сразу было оговорено, что, значит, разговор идет о численности без миграционного прироста, возможно, мы тоже говорим, что по одному из вариантов возможно снижение численности населения города, но не на такую сумму, как вы называете. То есть у вас получается практически 50% населения города должно куда-то исчезнуть. Не может быть. Еще раз говорю, что снижение численности возможно, но не на такую сумму. Я хочу добавить здесь. Сегодня в Академии наук Республики проводится конференция, связанная с человеческим потенциалом. И в соответствии с подготовленными материалами, в вашем сценарии развития без миграции Уфа потеряет к 30-му году чуть более 100 тысяч. Мы уйдем ниже миллиона. Примерно такие цифры. Поэтому этот вопрос очень, мне кажется, не то что дискуссионный, а требует внимательного изучения. Спасибо. 3 секунды гипотезы, которую можно потом после форума или в рамках форума пообсуждать. Ну, вот я-то считаю, что город управляет как раз оттоком. Вот этим можно управлять. И когда говорят, то есть управлять через капитализацию труда. То есть когда говорят о человеческом капитале, нужно понимать, что для капитализации нужен продукт. И есть простая задачка, которую... Ну вот, коллеги однажды озвучили, над которой можно вот подумать, поразмышлять. Почему, например, таксист в Уфе получает, ну сколько? Ну условно $500, условно.
садится в самолет, летит в Лондон и получает 2000 фунтов. И в этом смысле он не приобрел ни новых навыков, ни здоровье у него не улучшилось, знаний он новых не приобрел, но стоимость его труда увеличилась в 4 раза. Итак, как управлять процессом капитализации человека? Очевидно, город это может делать. И нужно научиться это делать в будущем. Спасибо. У нас очень интригующее завершение. К сожалению, у нас закончилось время, но это очень важный вопрос о том, действительно, какие механизмы реальны и что мы можем делать. Я благодарю экспертов, которые сегодня помогли расставить некоторые акценты, которые помогут нам в дальнейшем в работе над стратегией. И я приглашаю вас на следующий круглый стол, который состоится здесь же, на этой площадке, через 20 минут. Он будет посвящен вопросам пространственного развития, и там уже мы будем обсуждать демографию, там мы будем обсуждать жилье, там мы будем обсуждать, где строить, что строить. Пожалуйста, приходите, оставайтесь на форуме. Большое спасибо всем за участие. Объявляется перерыв 20 минут. Участники форума приглашаются на кофе-брейк. Следующие круглые столы начнутся через 20 минут. В главном зале пройдет круглый стол «Принципы пространственного развития города. Территории опережающего развития». В конгресс-зале на втором этаже пройдет круглый стол «Университет и город. Возможности взаимодействия». В конференц-зале на втором этаже пройдет круглый стол «Жилищная политика».